Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и сегодня мы распакуем Redmi Note 8 Pro, 8-гигабайтная версия на 128 гигабайт на борту, 8 гигабайт оперативки. Единственное, что я распаковал телефон только для фотографии, то есть я еще ничего на него не загружал, не обновлял прошивку, не мерил температуру, не взвешивал и ничего с ним не делал. Единственное, положил Redmi Note 7. Так, давайте соберемся хоть чуть-чуть. И да, привет, Тимофей, привет, Федя, привет, Михей. Хотя бы на, наверное, человек 50. И начнем вскрывать. Какие у нас вопросы есть по прошлым роликам, если они есть. Там были фанклы, как вы помните, и много всего чего-чего. Сейчас я музыку включу. Буквально 3 минуты назад его, образно говоря, распаковал, сфотографировал. И по большому счету готов делать обзор, потому что уже посмотрел, наверное, все возможные индийские обзоры. Это люди, которым давали данные телефоны для тестов. Русские, кустарные. Часть из них, конечно же, неправда, к сожалению, но часть из них более чем правдива. Даже по внешнему виду данного телефона. Ну что, нас собралось 35 человек. Евгений, привет. Андрей, привет. GTS-ки идут уже в 3 дня, я думаю, 3-4. Данный смарт можете посмотреть по ссылке в описании, сколько стоит. И в принципе все. Мне он обошелся больше, чем в 20-ку, точнее в 20-ку, потому что покупал я его через человека, который живет на Дальнем Востоке, для того, чтобы он мне пораньше его прислал, чтобы я мог сделать для вас обзор. 20 тысяч, но по ссылке, по-моему, дешевле даже будет. Классный попугайчик, спасибо, это все сяомишная штуковина из того, что у нас есть для того, чтобы сегодня делать наш великолепный первый мой такой стрим-обзор полный, особенно для телефона. Телефон, как вы помните, вы просили купить сами. Это весы, это мы будем мерить температуру на стресс-тестах, сравним чуть-чуть по внешнему виду с Redmi Note 7, который по большому счету не отличается практически ничем от Redmi Note 8, но от Redmi Note 8 Pro он отличается довольно сильно. Еще раз напоминаю, что это Redmi Note 8 Pro. Так, нас 56 человек, в принципе, GTS я разыграю, можете разыграть GTS. Так, дальше у нас, как у нас со связью, все в порядке? Все готовы к вскрытию? Давайте хотя бы 50 лайков наберем и будем вскрывать. Пощади, поменяй фон, аж в глазах пестрит. Окей, поменяю, в следующий раз будет фон другой. 81. Все, кто пришли, еще раз привет всем. Еще раз повторяю, что вот этот смарт будем с вами распаковывать и тестировать прямо на стриме. Конечно же, завтра я сделаю на него обзор. Думаю, завтра, тире в течение 3 суток. Притом сначала я выгружу 10 недостатков, потому что даже по мне их уже хватает. Stratos 3 завтра закажу, потому что их еще не продают. У Apple презентация на канале Wylsacom, но ничего страшного. Фанкл или Тиса? Фанкл, привет. 50 лайков есть, вскрываю. Остапчик, привет. Бабушке Сергея передаю привет, Печорина. Mi 9T или Redmi Note 8 Pro? Мы сейчас увидим. Думаю, распаковку уже не один человек видел, но во всяком случае в режиме реального времени это немного, согласитесь, всегда интереснее. Вот такой цвет я заказал себе, бирюзовый, если это правильно, изумрудный, не бирюзовый, изумрудный. Спасибо за крутые полезные обзоры, спасибо, что смотрите, но сегодня у вас просто вы обязаны прожимать лайки, потому что я купил это дело, мне телефон не нужен, у меня их уже два. Мой канал не специализируется на телефонах, в основном с телефонов я хватаю негатив, поэтому с вас лайки, друзья, исключительно с точки зрения того, что я вас слушаю и делаю по максимуму, что могу. Две наклеечки у нас здесь было. Две наклейки. Одна символизирует то, что мы можем вставлять либо две симки, либо одну симку и одну карточку памяти. Притом карта памяти вроде бы до терабайта. Эту информацию я перепроверю. Возьму карточку и перепроверю. Здесь, соответственно, все коды. То, что телефон не подделывается сейчас еще процентов 95%. Что еще можно сказать? Можно сказать, что этот конкретно Redmi Note 8, он не похож на Redmi Note 7 даже внешне. Покатые края, чуть-чуть больше, значительно больше экран. И это видно, каплевидная форма чуть-чуть другая, чуть-чуть.
И о засветах и всем остальном я скажу позже. После того, как будет 100 лайков, я вскрою пакетик и, точнее, пленочку сниму. И благополучно мы сможем что сделать? Включить его и обновлять, как раз, чтобы никто не говорил, что новая прошивка, не новая прошивка лагает. Я, допустим, на 99% уверен, что он у нас будет греться. Тимофей лагает. Окей, сейчас что-нибудь сделаю. Заранее извиняюсь за лаги. Потому что настройка была в экстремальном просто смысле. Я прилетел с работы, на работе был очень долго. Так, для всегда, Виталий, спасибо за лайк. Почти 100 лайков, 95. Жмем, жмем. Это безумно помогает каналу, тем более, но все-таки новый телефончик. Я понимаю, что там обзоров 10 есть где-то на русском тьюбе, но мне кажется, что часть из них чуть-чуть необъективны, а часть все-таки не давит на основное. При любом раскладе это все еще бюджетник. Я взял, напоминаю, 8 гигабайт оперативки, 128 на борту у телефона. Что мы достали? Мы достали пимпочку для симки, для слота. Напоминаю, здесь слот сим-карт, как и должен быть, маленькая резинка. Что это значит? Что вот это IP, по-моему, 52 или 54, которая заявила, наконец-то, Xiaomi для этих телефонов, это реальность. То есть они уже даже прорезинивают слот. Что у нас было в Redmi Note 7, я сейчас перепроверю. По-моему, там тоже была резинка, но точно там не было заявлено никакой защиты. Нет, резинка есть, но она более тонкая, если честно. И довольно невзрачная. Всем еще раз привет, прожимаем лайки. 155 человек, это уже весело. Привет, сколько по времени шло? Пока еще минут 5, я даже еще не включил телефон. Все-таки докопаюсь я до всего остального. Китайская версия смартфона, как вы прекрасно понимаете, все благодаря моему другу с Дальнего Востока, которого я отблагодарю роликом про вот такой вот фонарь, который можно купить только через него. Извините за кустарность вот такого стрима, но, друзья, мы вскрываем Redmi Note 8 Pro на 8 гигабайт, будем его тестировать, будем оценивать, как он у нас греется при стресс-тестах, да и смотреть, в принципе, сколько он будет обновляться и т.д. и т.п. Что мы видим? Мы видим, каким образом они нам советуют заряжать данный телефон и куда у нас вставляются сим-карточки. Как только все вытащу, кратко расскажу о телефоне то, что знаю. Думаю, вы знаете не меньше. За сколько взял? Мне вышло в 20. Еще раз, по ссылке в описании вы можете купить на Алиэкспрессе, на котором есть хоть какая-то гарантия. Через меня можете написать мне, я дам контакт человека, кто мне его покупал. Получается, в Китае. Для того, чтобы я сейчас вам мог о нем рассказать. Но, в принципе, если бы я не спешил, в районе 17 я бы мог его купить. Но хотя в проверенных магазинах он почему-то дороже. Вот такой силиконовый чехол, особенность силиконового чехла, Евгений, это минимальная версия 13 тысяч. У меня максималка 8 гигабайт и 128 гектар на борту. Здесь такая вот есть заглушка для Type-C-шного входа, что очень-очень мило с их стороны. С другой стороны нет заглушки для входа мини-джека, который здесь стал располагаться почему-то внизу. До этого располагался, как я считаю, намного удобнее наверху аппарата в Redmi Note 7, который лежит как раз здесь. Что еще? Нормальный такой чехольчик, продуманный, удобненький. Хотя, я думаю, вот эта вот штуковина довольно быстро отвалится-отлетит. Как лайк ставить? Просто под видео ставьте лайк и все. Сумма, сколько стоит, будешь ли брать GTS? Да, буду. Найти за 13, я добавлю ссылки в описании тех магазинов, которые я считаю достойными на Алиэкспрессе. Вот сейчас ссылка в описании на такой же аппарат, опять же, нормального магазина. Но это самая дорогая комплектация. После того, как я купил Redmi Note 7 с 3 гигабайтами оперативки, я всем всегда советую покупать и максималку. Вообще всего, что угодно. Лучше не скрипти, лучше брать модель подешевле. Кабель Type-C-шный довольно длинный, но жесткий. Вот прям совсем жесткий. Хотя, может быть, есть смысл почему. Они это сделали. Зарядку поддерживает телефон 18-ваттную, конечно же, быстрая. Там, по-моему, на 50% за 56 минут. Зарядка на 18 ватт здесь. То есть 2 ампера у нас, 9 ватт.
И почему-то в некоторых обзорах говорят, что это не 18-ваттная зарядка. Может быть, у меня что-то, какой-то пробел с учебой был серьезный. Но мне кажется, что она 18-ваттная. Так, такую ТТТ. Под видео просто лайк ставьте и все. Привет, когда начнутся продажи в Европе? Понятия не имею. Извините, я не делаю пока презентации, я пока сейчас... Ильгиз, кто продается? А, iPhone? Может быть, куплю, может быть. Redmi'к вскрываю, давайте, нас уже 180 человек. Ну как вскрываю, просто снимаю пленочку. Пленочку снял. Извините сразу за качество видео, но это стрим, не стрим. Конечно же, я выгружу и обзор и на недостатки, как всегда, и на достоинства. Притом сначала, наверное, на недостатки. Проверим, насколько телефон заряжен из коробки. Я думаю, процентов 50 он должен иметь. Ваши ставки, господа? Спасибо за отдельные советы. Спасибо, что смотрите на 160 человек. Да, 9 вольт на 2 ампера, извините, Ильгиз. Я говорю, у меня были очень тяжелые двое суток. Вот такое приветствие у нас. Думаю, всем все видно. 10-е МИО сразу стоит. Довольно быстро загрузился. Предлагает только английский. Меня, в принципе, это очень даже устраивает. Добавляем сеть. О, не понял. Так. Ага, все, роутер есть. Дальше идем. По пути наименьшего сопротивления, сеть, которая у меня. Я сейчас ввожу пароль для того, чтобы мы потом смогли с вами его обновить и заодно посмотреть, как долго он обновляется. Получаем айпишник. Всем все видно. Павел, придется закрыть чат, ставишь лайк, потом закрываешь видео, опять воспроизводишь. Не забываем, да, лайки за то, что купил аппарат по... просьбам подписчиков, хочу отметить. А для моего канала, который специализируется на чем? На спортивных, наверное, гаджетах. Это таких, как часы и наушники. Это довольно так бодро. Что, летим дальше. Подсоединились, совсем согласились. Симку он проверяет. Ничего страшного. Ми-аккаунт. Ми-аккаунт пропускаем. Он нам не особо нужен. Потом... Ага. Пропускаем. Выбираем, каким образом будем разблокировать. Я выбираю палец, то есть здесь есть и разблокировка лицом, и разблокировка пальчиком. У меня у одного лагает. Пишите, если у вас подлагивает что-то. Буду думать. Буду думать, что именно ест интернет. Притом понятия не имею, что, потому что вроде бы все девайсы отключены. Не лагает, отлично. Так, дальше. Пароль. Не сейчас. Не сейчас. Давайте пин. 4 единицы. Если что, стрим пересмотрю и вспомню. Продолжаем. Если что, вы подскажете, да? Пальчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какой процент заряда? 57% из коробки. Ну вот примерно сколько времени понадобилось для того, чтобы... Так. Это мы пропускаем. Выбираем классическую версию. Выбираем полный экран. И идем на домашний экран. Так, еще раз. Окей. Он нас обучает. Все, мы загрузили телефончикус. Обычно без кнопок я не работаю, но будет у меня новый экспириенс. 4 единицы. Сейчас мы проверим, кстати, как он разблокирует по пальцу. Моментально вообще. Как и говорили, моментально... Моментальная разблокировка, но сейчас со второго раза. Сейчас с первого. Я думаю, с этим тестом мы закончили. Дальше нам нужно, наверное, завести Google аккаунт. Окей. I done. Окей. Ready. Готово. И hooray.
Так. Так, 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 так. А здесь, я так понимаю, я не смогу в... Теперь дальше. Дальше смотрим, я думаю, свойства телефона. Дальше, дальше, дальше. Батарейка на сколько? Сколько камера? Камера 64 пикселя вроде бы. Батарея, да, на 4500 мАч. Вес, давайте сразу из того, что я могу, по-бырому, для тех, кто куда-то спешит. Да, NFC есть. Указано, что вес 199 грамм. Но опять же, это для базовой версии. Включаем. И взвешиваем. Что-то он не хочет. Не знаю почему. Ага, больше, наверное, чем 200 грамм он не взвешивает. Так. Ну, в общем, проще говоря, 200 грамм. Чуть-чуть больше. Дальше. Камера на 64 мегапикселя реально. Там 16 мегапикселей по 4 раза друг на друга накладываются и все. А музыка популярная, могут забанить, могут, да, забанить, ну а что делать? Все, все ради того, чтобы вам было не особо скучно. Что делаем дальше? Делаем дальше мы вот что. Так, это он предлагает бумажник подключить. Советуем, как мне здесь установить Google Play Market. Други. Так, камера насколько быстро работает, сейчас вы увидите. Есть вариант, как помните, с Redmi Note 7, что вы выбираете на 64 мегапикселя в отдельном режиме. То есть по умолчанию телефон 64 мегапикселя снимать не будет никак. Насколько быстро? Не особо быстро, если честно. Снимает он. Фокус он размывает. Ну, потом похимичу. В общем, проще говоря, из коробки я бы не стал использовать его камеру, это точно. Либо поприноровиться. Плюс подлагивает. Притом подлагивает примерно так же, как и Redmi Note 7. А фишки на нем какие? Я могу рассказать больше даже о недостатках, чем о фишках, но давайте еще раз кратко. Первое, чем он примечателен, это то, что есть вход мини-джек, но это для меня во всяком случае. То есть я выставляю таким образом приоритеты для себя. А помимо того, что есть вход мини-джек, здесь есть камера на 64 мегапикселя. И какая-никакая, но по факту, ну вот, лучше она работает, чем 48-мегапиксельная у того же Redmi Note 7. Не будем сравнивать ее с тем же Huawei P20 Pro, который у меня сейчас висит. Это не 30-ка, конечно, но я уверен, что он при любом раскладе чуть-чуть хуже фотографирует. Ну, увидим. Разрешение у него 1080 на 2340 пикселей и соотношение сторон 19,5 к 9. Воспроизводить видео, ну, я не знаю, должен довольно быстро. Но с фотографией уже проблема. Говорили, что пока не работает GPay на китайской прошивке. Именно, и это я читал много где. То есть Google Pay пока не работает. На браузере вбей запрос. Окей. Спасибо за idea. Вот такой браузер китайский. Так, это очень интересная раскладочка такая. Чтобы вбить вопрос... Видите, какая раскладка изначально? Да, не знаю, 17К за 16128. Нет, я 8128 взял, по-моему. Сейчас я в спецификации зайду, давайте не будем... Не будем. Вот так, так, так. Game Turbo. Ту-ту-тун-тун-тун. Батарея. Ага, оптимизация батареи отдельно. Ну, стандартно все. Аккаунт. Давайте подсказываем. Да, глобалка еще не вышла. Да, я выкупил его за 20-ку. Пока нет. Оболочка, да, по мне лагает. А, кстати, мы можем попытаться пока обновить его. Но мне кажется, что если он к Wi-Fi подключился, он должен был обновиться, правильно? Нет, он... Ну, давайте... попробую я своим старым аккаунтом его обновить. Надеюсь, пароль не виден. Хотя, как повезет. Ей! Получилось. Аккаунт я зарегистрировал. Мио. Так, вот, понеслась.
Можем пообщаться по поводу того, что там внутри. 139 человек нас, не забываем, кто пришел новенький. У нас сейчас очень долгий, мучительный стрим-обзор-разбор телефона Redmi Note 8 Pro. Притом он на 8 гектар, то есть по максимуму, видите, оперативочка 8 гигабайт. 8 гигабайт оперативы, разрешение 2340 на 1080, размер экрана 6,5 дюймов, камера 64 мегапикселя на 8, на 2, на 2. Батарея на 4500 мАч и процессор Halo 90GT. Я скажу вам, что, слава богу, а нет. Я могу вам доложить сейчас, что он уже начал греться. Я об этом читал, в принципе, я этому не верил. Но сейчас мы проверим это дело, во всяком случае, если у меня получится скачать Play Market для него, то спокойненько мы сможем его установить. Если мы установим Play Market, то дальше мы уже установим все проги. Если не установим, то во всяком случае потом я уже для обзоров смогу АПК-шные файлы накачать и, соответственно, установить сам, потом их перепроверить. Я глазам не верю. Окей, а память какая стоит? UFC 2.1 вроде бы. Вроде бы 2.1, но опять же, те спецификации, которые я видел в интернете, ну, как минимум, половина из них деза какая-то. И поэтому необходимо 300 тысяч раз перепроверить в самом аппарате. Ну, вы и так прекрасно об этом знаете. Дальше. Что мы еще можем сделать? Мы можем сейчас погонять его в чем-нибудь, чтобы погонять, нужно Play Market скачать, правильно? Но здесь, в принципе, есть и свой Play Market у китайцев. Кто знает, как он выглядит? Там Mi Market, там тоже есть приложение, что и в Google. Окей. А, точно. А в Mi Market я уже зарегистрировался. Окей. В App Store, может быть? Тем более я уже вошел. Так. Что первое качаем? Давайте, голосуем. 137 человек, 140. Друзья, что качаем? Тут раскладка, конечно, вообще жесть. Извините за мой французский. Аиду или у китайцев нет Аиды, как вы думаете? Ваши ставки. АИ. Да. Ну, вообще, какая-то была лабутень. Аида 64, правильно? Для начала посмотрим, что там. Качай ТикТок и выкидывай телефон в окно. Да нет, я как... О, Атунту можно сразу, пусть и китайский. Хотя, может быть, он будет на английском. Как я люблю говорить Атунту, а хотя это Антуту, вы уж простите. Сегодня презентация Apple. Ну, круть путь. Как-то я не вовремя, да, начал свой стрим по поводу телефона во время того, как много-много других блогеров показывает, что делает яблоко. Я, кстати, 11-й собираюсь покупать, но пока не уверен, и учитывая, каким образом заходит стрим с этой распаковкой, я, наверное, не буду его брать. Не забываем, кстати, проставить лайк, прожать, для тех, кому интересно вот подобные штуки. Конечно же, мне проще получить девайс, сделать в течение вечера обзор и завтра его выгрузить. Но, с другой стороны, да, стрим не запланирован, Армен, с одной стороны, с другой стороны, я сделал все, что смог, во-первых. Во-вторых, то, что обещал, то и делаю, правильно? Так, он у меня качает Antutu 3D бэчмак, правильно? Смотрим, как скачает, чуть-чуть будет подлагивать, потому что параллельно идет, висит на телефоне, на стриме интернет, и плюс еще качается программа. Почему не стал ждать воскресенья? Потому что в воскресенье у меня будет другой девайс, вы его увидите, это будут, скорее всего, GTS-ки. Вот. Вы же не против увидеть распаковку? Я при любом раскладе все равно, как при любом раскладе, уже у меня как слово паразит. Так вот, я постараюсь сделать так, чтобы распаковать часики а-ля яблочные на стриме. Я думаю, вам будет интересно. У меня автофокус еще как шалит, потому что это телефон. Что у нас еще? Мы за. Сергей, я рад, что вы за. Не забываем прожать лайк. Даже 120 человек, которые сейчас наблюдают над тем, как я мучаю
бедный Redmi Note 8 Pro на 8 гигабайт, который по мне довольно люто лагает. И, ну, я не буду разбрасываться словами из разряда «я разочарован», но я думаю, вы сами все видите. Подождем, пока докачается, для того, чтобы примерно знать, что происходит. На что я снимаю видео, это на iPhone 7 Plus, на Redmi Note 7, при том очень большая обработка потом приходится делать, большую, и на P20 Pro Huawei. Все, шалом, что пропустил? Да ничего пока, я пока только разбираюсь с прошивкой. Да, я поспешил, я не накачал программу, которую можно было сразу накинуть, но мне было интересно как раз перед камерой все это дело загрузить, прогрузить, и чтобы вы видели, что из коробки, каким образом аппарат приходит, вот. Армен, потому что прошивка не допилена. Вот и все, нет оптимизации никакой. То есть все банально. К сожалению, что и требовалось ожидать, как называется. Томас мне купил, товарищ, который живет на Дальнем Востоке, этот телефон. Обошелся он мне в 20 тысяч рублей. Он не успел купить в магазине, потому что в магазине распродали их 300 тысяч в течение первого часа. Ну, не первого часа, но первых суток это точно. И он у перекупа покупал. Поэтому получилось на 1000 дороже. В итоге, в общем, в двадцатку вышло. Но он с меня ничего не берет. Так, начался бычмак. Вообще, как говорится, просто из коробки. Но я так понимаю, что все равно телефон при любом раскладе обновился сам. Да, глобалки пока нету. Так, сколько памяти в сухом остатке? Об этом мы узнаем потом. Когда приблуды по часам MS-Fit придут? Кстати, по поводу часов MS-Fit. Вы меня победили. И как я понимаю, я купил MS-Fit Bip Light. Я не знаю зачем, абсолютно не знаю зачем, потому что они не так сильно отличаются от обычных бипов, но я сделаю на них обзор, сделаю на них тест и реально пойму, зачем они все-таки это дело выпустили. Да, Xiaomi нормально постарались. Еще раз, вот у нас чехол, документации вот три бумажечки только всего и все. Очень странно мне не видеть никаких инструкций, хотя очень давно они уже никакой макулатуры дополнительно не выпускают. По большому счету, вся необходимая информация есть у нас на коробке. Вот. Сейчас вы видите своими глазами, каким образом Antutu гоняет этот телефончик. И заодно мы после этого проверим температуру, не используя, скажем так, наше желание. Это из разряда того, что вот 34 градуса уже снаружи. А со стороны крышки, я уверен, что достаточно больше. Значительно больше будет. Ну, посмотрим. Дальше. Можно вопрос? Да, любые вопросы задаем, потому что висим в основном, я так понимаю, сейчас у меня в основном подписчики, чему я тоже в принципе рад. Вот. Поэтому любые вопросы, какие у вас есть, задавайте. Что лучше купить, Xiaomi AirDots или Funkle W1? Учитывая, что Funkle сейчас стоит 1000 рублей по той скидке, которая под описанием к видео к моему, если ничего не поменялось, я бы взял Funkle, потому что выглядят они точно не на 1000. А A7 рядом для сравнения? Нет, давайте, Дмитрий, учитывая, что 130 человек смотрит стрим с обзором на телефон, которого еще не было в русском сегменте, то есть он был, но во всяком случае не в той комплектации, точно не на стримах. Не особо это много, когда будут на стримах по 250 человек, буду брать телефоны. Это так вот, обещал, сделал, сформулирую так. GTS брать планируешь, Роман? GTS от меня в трех сутках пути, максимум в четырех. В воскресенье GTS будет точно. Если разборка будет, если на стриме будет настройка, я вам сообщу, но я пока не настроен, потому что пока все мои подготовки к стриму, они увенчаны какими-то проблемами. В общем, проще говоря, у меня не получаются стримы с разборками, как вы видите. То есть уже 30 минут, а мы по большому счету о телефоне знаем только то, что в бумажках написано. Вот. Притом, в одном, кстати, вот кто мне ответит, в одном из обзоров русских, довольно популярных, я увидел, что туда можно вставлять терабайтную карточку. По-моему, только до 256 везде, где спецификация, я читал. Это так или нет? Кому не сложно, сейчас погуглите, потому что я не буду сейчас тратить интернет для того, чтобы ничего не лагало. Дальше. Что купить, Redmi Note 8 Pro 7 или восьмерку? Мне кажется, восьмерку.
взяли за счет дешевизны и мощности, сравнивая с 730-м драконом, да, он печка. Мало того, что это дело печка, я уверен, что это дело будет лагать. Ну, посмотрим. Будешь покупать Amazfit GTS? GTS у меня уже купленный, и через 4 дня я сделаю обзор на стриме. Так, ну, может быть, не такой же, то есть я сначала запилю на него обычный обзор, а потом уже на стримах. А на регулярные стримы опаздывал, а не незапланированный успел. Армен, так круто, все-таки 100 человек на незапланированном стриме для меня это очень много. Теперь он тестит у нас память. Я уверен, что бэчмак будет не особо удачный для данного телефона. Но вы сейчас все сами увидите. Самое приятное в этом всем стриме и обзоре в том, что вы увидите по-настоящему девайс из упаковки. Девайс пока еще с сырой прошивкой. Но вот такое железо вы бы купили завтра. Если бы вы были на моем месте, поспешили и купили телефон, вот это бы у вас было в руках. На данный момент что мы с вами узнали? Что лагает камера, раз. Что не такой он и плавный, два. Что нужно похимичить с прошивкой для того, чтобы установить Play Market, три. И, в принципе, все. А по поводу эргономики, ну, если честно, вот совсем честно, хотя моя миссия должна быть попытаться его продать, чтобы Xiaomi посмотрела этот стрим и решила, нормальный чувак, будем ему посылать телефоны, они так не решат, он безумно греется, это раз, а два, мне он не особо нравится в плане тактильного. Может быть, я заелся по 20 Pro хуавеевским, может быть, слишком привык к Redmi Note 7, который за счет вот этих хоть каких-то уголков мне более импонирует, но вот не особо он мне нравится. Дальше. Выручи, подскажи, что взять за уши на Алиса до $20. Арни, смотрите мои обзоры. А так, Funkel W1, последний обзор на канале, берите их. Ребята, давайте говорить конкретно об этой модели, а не разводить словесный понос. Нет, давайте говорить о чем угодно, потому что я не думаю, что фанаты будут особо сильно смотреть этот стрим. А этот стрим в первую очередь у меня для подписчиков. Потому что не для подписчиков, я бы сделал быстрый обзор, который бы посмотрела, ну, да еще посмотрят, еще сделают. Не будем разводить как раз сейчас демагогию. Проще говоря, спрашивайте что угодно. Для этого мы сейчас сегодня и собрались здесь. Не забываем ставить, кстати, лайки для того, чтобы у меня была мотивация покупать девайсы по 20 тысяч рублей, которые заведомо, учитывая, что я знаю, что такое Redmi, для меня являются в определенном смысле дном. Вот. Дальше. У тебя Redmi Note 7 кодек AAC работает? Да, SIF работает. Обещали 280 баллов Antutu на презентации Xiaomi. Сергей, а мне не важно, что они обещали. Мы сейчас с вами сидим и смотрим, каким образом он набирает эти баллы. Все дело в оболочке и ее оптимизации. Иван, ну, возможно, да. Проверь потом, пожалуйста, автономность. Обязательно. Можно получше рассмотреть? Легко. Но сразу предупреждаю, что будет чуть-чуть с фокусом. Может быть, какая-то проблема. Так, смотрите, нет, плохо, думаю, поймаю сейчас еще фокус, вот-вот-вот, есть фокус, то есть здесь у нас динамик, мини-джек и вход Type-C, здесь у нас инфракрасный порт, вот этот вот, к сожалению, огонек, который рядом с камерой находится, у нас мигает только одним цветом. Может быть, это не так, но на данный момент то, что я знаю, это так. И все, и вот 4 камеры таким образом расположены. Разблокировка происходит довольно быстро и легко, мое мнение. Это единственное, с чем он не косячный. Конечно, красивый, но если греется, это лажа. Согласен. Не забываем прожать лайки для тех, кто пришел новый, для тех, кто не пришел новый. Спасибо, что проставили их. Какую музыку ты слушаешь? Всю, вообще что угодно, начиная от монеточки, заканчивая R&B, металликой или чем-нибудь жестким. Ну, арию я вот не люблю, если честно. Не понимаю эти штуки. Камеру Note 8 Pro с Pixel 3 сравни или 3A. Да при любом раскладе это бюджетная камера. Я понимаю, что вы со мной, может быть, не согласитесь, говорю, но я просто человек, который снимает большинство обзоров на iPhone, либо Huawei P20 Pro, да не большинство, именно на них, либо на камеру очень дешевую и старую, это D3120. Дальше, что я хотел бы сказать по поводу наших счастливых сборов, вот таких. Большое спасибо, что не используете мат, в прошлый раз на стриме мне понадобилось заблокировать всего 2 пользователей, и это хорошо, мата на канале нет, все оскорбления мне лично в личку, либо в ВКонтакт, либо в Фейсбук. Максут,
очень прошу вас не спамить, потому что я не успеваю читать все сообщения. Все-таки на 100. Пользанет топ. А, Пользанет, спасибо большое. Больше не пишите это, пожалуйста. Иван, окей. Ну, последнее предупреждение, еще два сообщения, я тебя баню. Я тоже не ария. Так, подставка под IKEA рулит. У меня три подставки, но мне кажется, что это такая самая народная из всех. Поэтому я ее юзаю для... Решил поюзать для обзора. Кашкай GSM инсталлер. Качай GSM инсталлер. Окей. Зачем оскорбление, Армен? Это про что? Армен? Вроде бы оскорблений не было. А, IPS-матрица. Конечно же, IPS-матрица. Еще раз повторяю, что IPS-матрица, Gorilla Glass здесь пятого поколения. То есть, вот, в принципе, 282 тысячи, как с куста. Но напоминаю, что 80... что это радость целых 8 гигабайт оперативки. Вот. Хотите поподробнее? Вот давайте поподробнее. Все для подписчиков, все ради подписчиков. И не сарказма-то. Дальше. Вся спецификация здесь. И сейчас мы будем с вами делать что? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, что именно. Стресс-тест. Понеслась. Тестируется 15 минут. На данный момент давайте при стресс-тесте, перед стресс-тестом замерим температуру, учитывая, что была уже какая-то мучительная проверка телефона. 34 градуса у нас сейчас. 34,7, 34,8, 34,7. Вот видите, когда я что-то говорю в обзорах, значит все эти приблуды, пусть даже примерные, у меня в наличии. Стресс-тест у нас пошел, 2% мы его отработали. Сейчас вы увидите... как это все происходит и что с ним будет. Не забываем ставить лайк для тех, кто пришел. Купил я этот телефон по просьбе подписчиков. Долго и упорно я говорил, что нет, я не хочу, потому что 20 тысяч рублей – это минимум для меня 7 обзоров на 7 разных наушников, не считая их сравнений. Обычно уши у меня по 2-3 тысячи. Конечно, есть по 1000, а если по 1000 – все 20. Но ввиду того, что я с вами согласен, что нужно разнообразить контент, притом более-менее в телефонах я разбираюсь, хотя... Все эти, как сформулировать, когда вы смотрите новости и слышите, вы знаете, что Mediatek Helio G90T перестал греться. Ну, ввиду того, что компьютеры у меня очень давно, с 6 лет, я знаю, что проблемы не решаются вот так, на щелчок. И, в принципе, мы то и видим сейчас, что телефон, он греется. Греется просто в повседневной деятельности. Почему это ненормально? Потому что я пользуюсь телефоном Huawei, он не греется. Этот телефон греется. При стресс-тестах сейчас увидите, что с ним будет. Когда Mi 9 у меня был на обзоре, а вы видели, что Mi 9 у меня был на обзоре, плюс Redmi Note 7 был на обзоре, и тот и другой телефон грелся. Ввиду того, что этот телефончик, в этот телефон запихали что-то более чем мощное, по моим меркам, ну, греться вот эта штука должна после двух стресс-тестов просто мрачно. Сейчас увидим, прав я или нет. Какой город? Архангельская область. Дроп-тест не будет. Лайк влепить под видео. Вот. Зачем оскорбление? Кому не лень и не жалко, просто чисто для мотивации, у меня маленький спор с моими знакомыми, киньте сообщение за 10 рублей. Вот. Это из разряда доната. Но лучше доната, конечно же, поставить лайк. Кроме процессора, есть еще отличия от прошки, а не про. Кроме процессора, есть еще, конечно же, отличия в плане оперативки. То есть оперативку здесь в максималке 8 гигабайт. Я не заморачивался вообще по поводу того, чтобы брать про или не про. Потому что я ученый вот этим вот Redmi Note 7. И я 300 тысяч раз проклял себя, что я не купил Redmi Note 7 Pro. Нету 10 рублей. Минималка 20. Артик, напиши мне ВКонтакте, я тебе верну потом, кстати. Арию как рок-группу или как жанр музыки? Скорее всего, как рок-группу. Проверь тротлинг-тест. Вот я сейчас и делаю стресс-тест, мы увидим тротлинг там, мне кажется, свободно. Как камера в Redmi Note 7 также слишком выступает? Вот, есть? Нет, не так сильно, по-моему. Если посмотреть, нет, не так сильно. Друзья, камера выступает значительно меньше, чем в Redmi Note 7. И я бы сказал, что чехол ее будет практически полностью скрывать. Если вы хотите узнать, что именно я использую уже с Redmi Note 7 для того, чтобы она не умирала, вот такое вот чехолище. Потому что, ну не знаю, жалко мне этот телефон, хотя лагает он, как лагал, так и лагает очень сильно.
10 рублей в монитор, не разбей, спасибо. Прикольно снимаешь, удачи тебе во всем, и чтобы у тебя миллион был скорее. Да, главное до 100 тысяч добить, а дальше уже я без страха и упрека буду рассказывать вам о топовых брендах. Когда вы спрашиваете про Samsung или еще что-то с Sony, нет, я не жалею 10 тысяч на их наушники, я просто боюсь, что они меня закроют. А поддержка Tube в плане юридической появляется только со 100 тысяч подписчиков, так что все еще будет. Задонатить, Дмитрий, просто сообщение платное. Вот там есть под, там, где вы пишете сообщение, значок «Поддержать автора канала» с долларом. Как китайцы сделают смарт для нас, мужиков, без фронтальной камеры, чисто безрамочной? Много у моих друзей, я вообще камерами не пользуюсь. Думаю, не скоро, потому что чисто с, как бы, ну, с физической точки зрения это довольно сложно сделать. Я не верю, что сделают в ближайшие лет 5. Вот, должен быть прорыв какой-то. Димыч, у меня отпечаток не сработал вот за время стрима. Всего один раз, вы можете потом пересмотреть. Samsung. Ну, Samsung, Sony и же с ними. Если вы пытаетесь меня троллить, я также вас забаню. Не в курсе, когда Amazfit GTS будет уже в продаже или ждать обзора. А Amazfit GTS у меня в 4 днях от меня пути, благодаря моему товарищу с Дальнего Востока, координаты которого я с удовольствием вам скину, когда вы скинете в ВКонтакте, что вам нужно от него. Какие часы от Huami сейчас носишь? GTR-ки? Нет, вот, Health, вы не поверите, они до такой степени обалденно считают сон, который я упорно кричал в обзорах, что он мне не нужен, а ввиду того, что, как вы видите, я практически... Видите, еще одно слово паразит, простите. Так вот, ввиду того, что я практически ежедневно выпускаю обзоры, вы можете примерно представить, сколько я сплю, потому что на работу иногда я ухожу в понедельник, возвращаюсь во вторник вечером, в лучшем случае. И дело в том, что вот эти часики, они мне помогают примерно представлять, сколько я сплю. Там тут покемарил часик, тут 20 минут. Алекс Гафнер, огромное вам спасибо. Можете написать мне в ВК ваши координаты, я вам перекину их обратно. Можно сказать, что кое-что я уже выиграл, пусть я считаю, что немного у меня был этот... Как это называется? Читерство. Ну, ничего страшного. Перегрев до каких температур греется при играх? Мы сейчас увидим. Это все из упаковки, телефончик. Это не из разряда «давайте я его сейчас куплю, потом я его чуть-чуть допилю, потом я покажу вам его на стриме, вы его захотите, купите по ссылке, и все будут рады, а потом Xiaomi будет мне посылать телефона». Нет. Вот из коробки я достал телефон, чуть-чуть помучился с ним, вы сами видели, как... На данный момент как Play Market туда установить, я не знаю, но узнаю в ближайшее время. Кем работаешь? Инженером. Не успел перевести на Google. Ничего страшного. Я на тебя подписался. Хороший контент. Привет из Кыргызстана. И вам привет. Не забываем прожать лайк. Может быть, 300 лайков за телефон за 20 штук мы прожмем. Проверь температуру. Сейчас нет, в конце давайте. Ну, можно и сейчас, в принципе. И в этом-то и смысл, что вначале было 34, и я думаю, под конец у нас будет не меньше... Чем? А, ну 36, 37, 38 уже, 39, проще говоря. 34-39, на 5 градусов поднялась. И это лицевая часть. Чувак, ты пес по одному признаку, верность, бир. Это очень довольно такое тонкое, я не знаю, либо это оскорбление, либо комплимент. Будем считать, что комплимент. Проверь температуру, Note 8 Pro или Mi 9T, что брать? Я вам не скажу, я бы, наверное, все-таки рискнул Mi 9T, хотя у меня его в ручках не было, а Mi 9 меня разочаровал. Получит ли Redmi Note Pro 8 Pro Android 10 и 11 MIUI? Думаю, да. Функция суперчата не везде работает, залей, сделай донат. Окей, когда-нибудь, ну, не когда-нибудь, у меня есть вроде бы кошелек. Расскажи о своей работе. Я работаю инженером радиоэлектронных средств. Кратко так. Привет от Смоленской атомной станции. Привет тебе, Димыч. Каким телефоном пользуешься сам? P20 Pro, он безумно разбит. Я когда-нибудь, когда буду снимать на что-либо другое, покажу вам, в каком он состоянии. Вы очень сильно удивитесь, как он живет. Дмитрий, огромное спасибо за донат. У меня уже бакс, считайте, отработан от $300 с телефона. Это круто. И это не сарказм. Каким именно инжом? Где самолеты строишь, Евгений, мы же на стриме, а не на... Притом стриме техническом вроде бы как-то про технику. Чем больше подписчиков, тем меньше шанс выиграть в розыгрыше. Всем удачи. Вася, я вас разочарую. У меня уже есть 3 человека, которые 2 раза выигрывали в розыгрыше из постоянных подписчиков, потому что там много подводных камней, начиная от того, что у вас должен быть реальный аккаунт, и заканчивая тем, что розыгрыши специально вот для тех, кто не...
постоянный подписчик сейчас из 150 человек, я уверен, что кто-то есть. А смысл у меня один розыгрыш стабильный для постоянных. Это те, кто долго смотрит, у них есть больше шансов. Не спамьте на канале. Чем больше у вас, конечно же, комментариев под видео. Но если я вижу, что вы под видео ставите каждую минуту комментарии, и у меня, соответственно, падает SEO каждого видео, я вас заблокирую. А по поводу второго розыгрыша, это как раз для новеньких. У меня сейчас Wyzer TP1 наушники разыгрываются. Эти наушники совершенно реально выиграть, репостнув довольно глупое видео про игрушку. Но мне вот интересно, каким образом розыгрыш на 70-тысячном канале смотивирует ролик раскачаться. То есть наберет он хотя бы 1007 просмотров или нет. Вот у меня Redmi Note 7 стоковая прошивка, не могу заставить его работать с кодеком NFC. Вообще ничего с ним не делал, работает кодек NFC. Ты на госслужбе, Штирлиц, был близок к разоблачению. Васа, каждый раз, когда кто-то близок к моему разоблачению, он тоже уходит в блок. Ничего личного. Не забываем лайки. Это супер помощь, не считая того, что мне уже задонатили целый бакс суммарно. Ростест ДНС, уже алмаз не видел. Привет, куплю себе такой. Это еще раз Redmi Note 8 Pro с 8 гигами оперативки. И не советую вам его бежать покупать, потому что у него достаточно много подводных камней. Поэтому, по этой как раз причине, я сейчас и делаю стрим с полной распаковкой и загрузкой аппарата. Пусть он слегка кустарный, то есть это мой первый стрим, конечно же, следующие разы, если я буду брать телефоны, если этот хоть как-то зайдет, будет более разумный, но, скажем так, вряд ли такие стримы могут разогнать продажи данного аппарата, не советую я пока его брать. Прошивка сырая от 100%. Какой телефон лучше брать в 2009-м? Все зависит от ваших денег. Попробуем победить. Желаю вам удачи. Главное не спамить на канале. Я думал в Redmi Note 8 получить телескоп, а там капелька. Ну вот так. Это ж китаец. Да, еще какой. Привет, посоветую телефон, нужен как рабочая лошадка. P20 Pro или P30 Pro. Польза, неудачное время для стрима, сейчас iPhone будут представлять. А мне не важно, Godzilla. Я обещал, у меня сейчас время, потому что завтра я опять уйду на работу, неважно, неизвестно на сколько дней. У меня сегодня миссия рассказать вам про телефон. Возможно, невозможно запилить обзор на один китайский браслетик, который я уже поперетестил. И, возможно, еще частично обзор на недостатки данного телефона, потому что я уже знаю очень много его косяков. Могу все, в принципе, 10 его перечислить сейчас, но я не думаю, что вам это особо интересно. Тем более большинство смотрит либо подписчиков, либо заряженных на покупку этого телефона, не будем. Amazfit GTS, которые скоро у тебя будут, это те, которые ты раньше называл Amazfit Run? Да, именно эти. Алмаз недавно взял Mi Mix 2 SRT, стоит Android 8, Mi U 9, нет обновы прошивки, она вообще будет, Ростест не Redmi, не успеваешь читать. Окей. Не сейчас, в ноябре. Не знаю, уверен, что будет. Honor FlyPods или AirPods Pro? AirDots Pro. Honor. Установи глобалку. Как только, так сразу. Пока, по-моему, нет на него глобалки. Как камера у него? Лучше, чем Mi 6? Не знаю, Mi 6 не тестил. Откуда такая дикция? Достаточно интересная и запоминающаяся. Бир, по поводу моей дикции я вам могу сказать одно. Она у меня очень сильно нарушилась после того, как я в 24 года, а сейчас мне уже 35, надел брекеты и носил их в течение 4 лет. Поэтому, когда я их носил, как вы прекрасно знаете, те, кто носил брекеты, дикция после брекетов очень сильно изменяется и очень сильно страдает. Она у меня пострадала, но вот до такой степени, что сейчас, возможно, мой голос не на всех похож. Как бы так. Плюс на работе обычно разговаривать нужно четко и внятно. Интересно, 10 особенностей. Не 10 особенностей Lucky Loser, а 10 недостатков именно. Между ним и Mi Mix 2C. Не спамлю, не успел прочесть или нет, погуглил. Не понял, Алекс, но еще раз привет тебе, кстати. Мне нужно купить новый телефон, посоветую ждать месяца, купить Redmi Note 8 Pro или сейчас купить Redmi Note 7. Жди месяц. Какие уши лучше? Wayfun XBuds 3 в таком же ценовом сегменте. По поводу ушей, сначала посмотрите мой топ-10 до $50, потом до $20, а потом предметно спрашивайте. Без оскорблений, потому что ну не зря же я делаю эти топы.
Будет обзор на наушники MPO, возможно, но не факт. Ты говорил про розыгрыши, как ты понимаешь, является ли аккаунт настоящим? По количеству друзей, если друзья не с картинками, а с реальными какими-то данными, то да, аккаунт реальный. Если у вас не фотка, а какая-то картинка самолета, как у моего прошлого выигравшего, притом, по-моему, бипы, да, товарищ выиграл бипы, но до этого я не оговаривал, что нужна обязательно картинка. Картинка, то есть... Реальный человек плюс хотя бы 20 друзей. Кратко так. Димыч, мне 39. Круть путь, мне 35. Будет скоро 36. Интересно про баги и косяки телефона. Назови, пожалуйста. Окей, 5 секунд. Потому что это единственное, что я смог более или менее потребно написать для себя. Так вот, первое, на телефоне индикатор уведомлений на данный момент, как я знаю, одноцветный. И я считаю, что для телефона за 20 штук это довольно убого. Потом, телефон поддерживает зарядку на 18 Вт. Я раньше думал, что она не поддерживается штатной, но это поддерживает 18-ваттную зарядку. В комплекте она есть, но она китайская на данный момент. То есть будете покупать китайскую, будете использовать переходник, возможно, она рано или поздно ёкнется, плюс довольно убогий кабель, как я и предполагал. Давайте я сейчас поотвечаю быстро 10 фишек, которые... Но мы с вами договариваемся, что в обзор вы все равно посмотрите на 10 недостатков, потому что вас довольно много. Не забываем прожать лайк до 300, давайте доберемся. Черт с ним, с донатом, но хотя бы 300 лайков, други. А что круче, Redmi Note 8 Pro или Mi 9T? Мне кажется, Mi 9T, но я не тестил. Дальше, телефон, есть засветы на экране. На видео сниму, потому что во время стрима я вам, к сожалению, показать их адекватно не смогу. Но засветы прямо я сейчас вижу. Привет, погуглил, флешка не терабайт, чудо техники вставили в Huawei. А, понял. То есть, ну, проще говоря, здесь... поддерживается у нас счастливая память только до 256 метров сверху. Хорошо, что я не успел купить память для того, чтобы сказать: «О, смотрите, поддерживает терабайт, а она не поддерживает». Короче, извините за мой французский, но 37 градусов, 42. Пока 42 градуса максимум. Здесь у нас 34, здесь у нас 36. Это один стресс-тест. Так, слышно меня хорошо? Пишем, слышно хорошо или нет, потому что у меня был трабл с микрофоном. Дальше, второй раз. Тротлинг все, надеюсь, видят, да? Можете, конечно, это называть как-то по-другому, но не все печально, но не все круто, я бы сказал. Что дальше? Еще один стресс-тест, тогда будет интереснее, правильно? Еще на 15 минут. Заодно поотвечаю на вопросы. 174 человека. Всем привет еще раз. Кто не знает, у нас сейчас распаковка Redmi Note 8 Pro была с самого начала. Довольно кустарная, но телефон на 8 гигабайт, 128 гектар оперативки. Мы развеиваем некоторые утверждения. На данный момент это чудо техники 256 гигабайт. У этой штуки максимум поддерживается не 1 терабайт. И зарядка у нас быстрая. Я смотрел в каком-то обзоре, тоже указывали, что не 18 ватт. Нет, она 18 ватт, хоть и китайская. Телефон китайский, пока ничего на нем нет. Прошивка тоже самое, не глобал. Я сейчас поотвечаю на вопросы, но только после того, когда расскажу, что у нас сейчас происходит. Делаем второй стресс-тест. Прогоняли уже чуть-чуть телефон. Телефон подлагивает, скорее всего, из-за прошивки. Телефон греется, скорее всего, потому что процессор хлам. Но это гипотетически. Если у меня на Авиде лицо, то я не выиграю. Скорее всего, да, Тимофей. 400-ки чего будет, Андрей? 400-ки, что у вас с радиацией? Model Party? Пока не знаю, мне идет... Мне все идет. Force, какие смарт-часы взять до 10 тысяч? Мне сейчас придет Lenovo. Если для симки, то, скорее всего, их я бы советовал. Но через недели две я расскажу о них. Прогоняю их когда. А так, стратосы. Хотя бы первое. Дальше. Вернулся на стрим. До скольки градусов удалось разогреть? После первого стресс-теста 44 градуса. Сделай обзор на наушники Nichen TVS. Может, Niklin? На них есть. У меня уже традиционный вопрос. На что переехать с Blitzwolf в четвертых? Если дороже, то на Honor FreeBuds 2 переходите. Точнее, FreeBuds Pro. Не буду ставить лайк из-за классного расслоения на основе количества классового расслоения на основе количества друзей. Не понял, но окей.
Расскажи, пожалуйста, как стратосы помогают в режиме отдыха, как они показывают VO2 Max, скорее всего, в режиме тренировок. Сергей, отлично, у меня есть по поводу этого два обзора. Посмотрите, пожалуйста. Отдыхать через них реально, они советуют, сколько часов вам необходимо отдохнуть, при том, если вы их постоянно носите и спите в них, они вам еще советуют, ну, корректируют эту цифру. Допустим, сначала они пишут, что вам там необходимо 40 часов после тренировки, потом могут откорректировать на 30. Привет, за сколько взял Redmi 8 Pro? Кирилл, за 20 тысяч с доставкой из Китая через товарища. 2000, да, на Antutu набрал 282 тысячи из коробки. Кстати, как вышли стратосы, очень поцарапались за это время. Неудивительно, у них нет никаких защит, у меня то же самое. Смотрел испытания, его разогнали до 57. Окей, подскажи, что лучше сейчас, Redmi K20 Pro или подождать глобалку на Redmi 8 Pro и сэкономить? Мне очень нравится Redmi K20 Pro, поэтому я бы взял его, но он мне чисто визуально нравится в первую очередь. Ты говорил, жалеешь, что купил что не купил прошку Redmi 8, Note 7. Почему? Потому что я купил на 3 гигабайта оперативы телефона, и это просто акт ритуального самоубийства был с моей стороны. Больше никогда в жизни меньше, чем на 6 гигабайт ничего не куплю. А некоторые вкладыши, это в прошлом видео про них говорило, но обзора нет. СИС, ну у меня столько наушников, штук 150, что-нибудь да выберите. Не забываем прожать лайк, кто у нас новенький. Димыч, приятный голос. Я рад, что вас устраивает моя дикция и мой голос. Дальше, когда будет обзор на новые стратосы? Дима, я только завтра, у меня их товарищ купит. Поэтому неизвестно. Думаю, через неделю 2,5. А если у меня не 20 друзей, а 5, а еще и фоткаться не люблю? Я пролетаю. Иван Коми, ну вы поймите меня. Вы смотрите, я сейчас разыгрываю какие-то товары. Разыгрываю их 1,5 года. Вы можете ВКонтакте посмотреть по поводу того, кто что выигрывал. Это реальные люди. Вот представляете, реальные люди, которые разгоняют мой канал репостами. Они... У них много друзей, они репостят видео, а вы делаете 30 левых аккаунтов, оставляете 30 левых комментариев, как я проверю. Ну, то есть, если у меня есть соцсеть, то там минимум 10 друзей, скорее всего 20. Я специально удалил лицо и все фото из-за действия наших спецслужб, думал удалить акт, но пока просто забил на него. Хотя без фото твитну, хотя у меня 120 плюс друзей. Давайте не будем все-таки по поводу розыгрышей. Кто ради розыгрыша на канале, смысла особого нет. Здесь ничего фееричного не разыгрывается. Обычно лучше по 3000. Я, конечно, буду разыгрывать телефоны, но чуть-чуть больше. И, скорее всего, когда у меня будет какая-то поддержка рекламная хотя бы от кого-то. Потому что телефончики разыгрывать по 20 тысяч – это довольно бодро. Или по 10. Но я не вижу смысла. Ну, может, Redmi Note 7 какой-нибудь разыграть. Может быть. Но канал не для этого, канал для взрослых людей, в первую очередь, старше 18 лет. Здесь без чего-то, не особо он веселый для 18-летних просто. Может быть, какие-то подростки, я знаю, что много подростков меня смотрят, я с ними переписываюсь. Я понимаю, что здесь не особо весело смотреть, как 15 минут умирает телефон и слышать мою болтовню. Но вот так. Винг Луга, спасибо большое. Так. А от кого ты бы хотел поддержку из производителей? Вячеслав, честно, мне не нужна финансовая поддержка. Мне нужны аппараты хотя бы даже без скидок, чтобы посылали до того, как они выходят в продажу, чтобы я их мог протестировать. Мне интересно Meizu, мне интересно Xiaomi и все. Вот. Возможно, какие-то кустарные бренды мне что-нибудь и пришлют, но по факту нет. Протести камеру, нафиг эти стресс-тесты. Airbus, я протестил камеру, она лагает сейчас уже в самом начале стрима. Так что нафиг эти тесты не нужны, я с вами согласен после того, как протестил камеру. Я так понимаю, я не успел. Феникс, да нет, почему, у нас еще будет стрим. Я думаю, мы 3 раза стресс-тест прогоним и посмотрим, каким образом у нас умерла батарея. За сколько? Напоминаю, что гоняем мы телефон уже 58 минут. Где-то 57, ладно. И он у нас опустился, заряд телефона опустился с 55% до 38%, и это второй стресс-тест. Какие беспроводные наушники купить для фильмов? Купите Funkle W1, последний на канале. Meizu говорят проблемы у фирмы. Я с ними переписываюсь, Димыч. Я не понимаю, почему они не видят моего канала YouTube, они видят только мою группу ВКонтакте. Думаю, что Redmi Note 8 Pro еще сыроват. Согласен на 100%. Алекс брал за 20-ку через товарища в Китае. Мне 18, старый, я смотрю. Очень приятно. Note 25, приятно. QCY, QS для музыки нормально. Stargate. У меня всего одни наушники. Я купил 5 наушников.
QCY, помимо тех, что у меня есть на канале. Я сейчас их тестирую, и только одни из них умерли. Если честно, уже запутался в их названиях. Все они неплохо проигрывают музыку, но не все они удобны в плане, чтобы помещать их в уши. Как ведет себя МДК? Ужасно пока. Хоть на зарядку нормальную прислали, ну да, на 18... Вообще она везде штатная. Почему-то сказали в одном из обзоров, что она не быстрая, но 5 вольт 2 ампера, ой, 9 вольт 2 ампера, как раз мне кажется, это и есть 18 ватт. Если я не прав, можете меня поправить, будет позор на меня, вырежу это из стрима. Подло. Какая цена у стратосов новых? Я в районе 15. А прилетали ли обновления? Пока нет. Пока нет, может быть, их просто не обновили, но вот так. Чтобы вы помнили, цвет вот такой у меня. Есть минерально-серый, жемчужно-белый и лесно-зеленый, лесно. В общем, вот это изумрудный, я считаю, цвет. В принципе, ничего. Стекло, стеклянное тело полностью. Что еще в нем интересного? Type-C, 4G, 3G, понятно. Две сим-карты, либо одна сим-карта и память. Ну, в общем, все штатно. Какими наушниками любит пользоваться твоя супруга? Вячеслав, наушники, если проводные, это пионерки, которые я вам показывал. Если беспроводные, то Xiaomi... Ой, какие Xiaomi? AirPods у нее. Так, это же будет Stratos 3. Да, лучше или хуже дракона? Наверное, хуже. Для кого 5 вольт это 2 быстрая, а для кого 3 вольта 3А медленная? Нет, 3 вольта 2 ампера. Так, стекло стеклянное, да, Евгений, уже час, ну плюс я после работы, давайте делать скидки для людей, для которых стримы, каналы, еще что-то не являются основной работой, точнее работой даже вообще не являются, но меня от этого дела прет, как вы можете прекрасно заметить, поэтому я покупаю много-много разных девайсов, поэтому если кто-то увлекается фигурками, которые можно поставить в офисе, в ближайшее время я сделаю обзор на вот таких вот чувачков. И как вы видите, кто это? Правильно, это железный человек. И он 15+, идет так же, как все игрули, которые вы видите сейчас здесь. Даже достал его для вас из куба. О них, о этих игрушечках я расскажу в одном из обзоров. Уверен, что он не зайдет всем, потому что игрушки безумно дорогие. Заказывать их очень проблематично. И это Xiaomi. Xiaomi, поэтому если у вас будет желание поставить себе в офисе вот какую-то такую штуку, и чтобы у вас ваши товарищи прибегали и спрашивали фанаты, а где ты это взял, скоро будет на канале. Так, зачем запомнил, сейчас заплачу. Не забываем прожать лайк, товарищи, 130 человек. Уверен, что кто-то не прожал за труды и за покупку девайса в числе первых. 20 тысяч для того, чтобы рассказать вам на обзорах. По весу вроде он потяжелее предыдущего, 200 грамм. Денис, передаю привет тебе. Мне в семерке цвет Небула нравится. Окей, этому телефону сейчас цена 14-15 тысяч. Димыч, на 8 гектар оперативы, на 128 на борту, скиньте мне, пожалуйста, где 14 тысяч. Как думаешь, покупать Redmi Note 7 или ждать Redmi Note 8? Так же Redmi Note 8 вышел зеленый, это и есть Redmi Note 8 Pro. С Redmi Note 4 MTK стоит переходить на Redmi Note 7 или подождать год и взять Redmi Note 8. Можете переходить на Redmi Note 7, там особой разницы нет. Можно еще попросить посмотреть частоты LTE, которые поддерживают аппараты. Легко, Алексей, сейчас мы полностью пробежимся по программе, он не успеет еще сесть. Даже если успеет сесть, у меня есть несколько пауэрбэнков, зарядим. Ностальгия, когда вижу железного человека. Ну, я вам скажу, что я никогда не был фанатом чего-либо прям так безумно, но с удовольствием смотрю про наших супергероев из Марвела. Какие-то фильмы, либо мультики. Ну, мультики довольно редко уже. А больше всего, конечно, DC мне вселенная нравится. Ты хайпишь на розыгрышах и лечишь нам в уши, что серьезный человек. Я считаю, что сети для глупых, самовлюбленных и хвастливых людей. Мне не нравится светить своей рожей на весь интернет. Иван очень рад за вас. Если вы хотите разбирать личные отношения, то можете написать мне ВКонтакте или в Фейсбуке. А насчет хайпа вы можете посмотреть, каким образом разгоняются видео, которые я разгоняю при помощи розыгрышей. Я открою вам страшный секрет, пока они вообще никак не разгоняются. При том сам удалил свои фото, можешь меня банить, удачи. Иван, у меня есть фото и в телеге, и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Просто они не на основной странице. Магия, полистайте.
NFC нету ведь. Есть, Андрей, но пока вроде бы не поддерживается Google Pay. Вроде бы. 20 дороговато, 14-15. Да, 15 тысяч это было бы очень круто для него. Но если честно, я за 16 бы купил. Автор, у тебя уже есть новые стратосы? Ждем с нетерпением. Нет, их не начали Вайзер еще продавать. У меня вот только Health, на них есть обзор, я в них сплю, они очень хорошо считают сон. Понятно, что они еще считают ЭКГ, но Иван социофоб. Нет, Евгений, неважно, кто он, социофоб или нет, у каждого человека есть свое мнение, я его уважаю. А ваши стратосы сильно поцарапались? Ужасно. Сколько километров пробегаешь? Дмитрий, если я треню, то я считаю, сейчас бегаю по десятке и все. Просто чтобы жирок растрясти, потому что у меня просто физически не хватает времени на серьезные тренировки. И это не оправдание, это вот выбор. У меня был выбор работа плюс один бег, либо работа, бег и интернет. Вы видите, сколько у меня обзоров, их больше 300 на канале, поэтому я выбираю и то, и другое, что довольно сложно. Поэтому по 20 я не бегаю, как в прошлом году. Все оценочные категории продукта сформировали с маркетологами по большей части. $300 начальная цена для такого продукта норм. Никто к таким ценникам не приблизился пока. Это грамотная ценовая война от Xiaomi. Согласен. МТК Google Pay не поддерживает только в Снапе. Но опять же, lucky loser, мы с вами разговариваем уже о реальном мире. То есть они сами себя демпингуют, и вот в этом мире я бы отдал за него 15-ку с легкостью, а 20-ку отдавал не с легкостью. Опять же, потому что, может быть, мне телефон еще не нужен. Если бы был нужен телефон, наверное, давал бы и 20-ку без проблем. Больше обзоров на спортивные гаджеты. Дмитрий, будет. Скажи, пожалуйста, про Redmi Note 8. Это и есть Redmi Note 8 Pro. МТК печалька. Сейчас давайте прожмем до 350. Еще раз повторю вот все то же самое, что говорил. Ну, по большому счету, чего? 200 грамм, стеклянный он, красивый. Мне не особо нравится тактильно, мне семерка больше нравится. Меньше выпирает камеру у восьмерки, чем у семерки. Довольно сильно греется, но тоже так же, как и Mi 9, если честно, поначалу грелся. Посмотрите мои обзоры. И что еще? NFC есть, Google Pay на данный момент нет, как я знаю. MIUI 10 сразу идет из коробки. Вот кратко так. Ты будешь продавать его после обзоров? Я бы купил. Евгений, наверное, да, но неизвестно, сколько мне их понадобится делать. Выходит, нужно брать стратосы с апфиром, но тогда эта цена почти гарминовская. Да, не ставь железного человека в стримы, на больное давишь. Ну уж, скузи. Скажи мне привет, пожалуйста, у меня спор с женой. Жан Гильды, привет тебе. Так, если бы ты выбирал телефон без фин-ограничений, что бы взял и почему? Последний iPhone, потому что я хочу его затестить, а желательно краш-тест и бесплатно. Вот, ну, можно даже и платно, но вот если бы у меня был контент про яблоко, а хочу отметить самое большее количество просмотров на канале у обзора на Xiaomi, на какой, на AirPods, 1 000 000 просмотров. Судя по тем, кто пишет... аватарок с лицом 5-10%. Ну, соляви. Так нет, я имею в виду аватарки Facebook, Контакт. Мне не важно, что у вас в Гугле. Так, дальше. Я думаю, его пофиксят обновлениями, все будет нормально. Надеюсь. Судя по тем... Так, ну и что, я могу подождать до 7 декабря. Хорошо. Honor наушники с сережками, как AirPods? Да. Не, я такие стороной обхожу. Интереснее, когда из уха никак не вылазит. Понятно. Спасибо большое, чувак. Вам спасибо. Не забываем поставить лайк. Жангальды в споре выиграл. Да. Что Stratos 3 лучше, чем 2? Не знаю, не тестил пока. Алекс, вы чего удаляете-то? Ловите температуру. Окей. Да, кстати. Спасибо, заболтались. 40 градусов снаружи. Что, в принципе, не очень печально. А вот что у нас с внутренней стороны аппарата, мы сейчас увидим. Я думаю, все довольно печально будет. 42, а нет, 39 здесь, то есть внизу 37, справа 39, а слева как раз где находится у нас процессор 42-43 градуса. Ну, неплохо, неплохо, я бы сказал. Но все равно в руке держать комфортно, особенно если через чехол. Давайте еще разок попробуем. Может быть и правда они профиксили все. Дальше. Проверяй температуру. Не успел, да. Ты знаешь канал Road to True Film? Хороший был человек, погиб, снимая видео. Нет, не знаю, испугали. Будешь ли заказывать Redmi Note 8? Вообще у меня сын отца и есть, это Redmi Note 8 Pro на обзоре.
Добрый вечер. Приятный голос и речь. Можно взять, по вашему мнению, до 250 вечно зеленых. Хочется 6-125. Не пожалеешь ли после Mi 8? Нет, не пожалеете, думаю, Евгений. Но, опять же, он будет допилен. Но то, что я сейчас вижу, то, что сейчас сильно не подскочила температура после второго краш-теста, это меня очень сильно радует. Вот. Из-за света уже не такие. Наверное, я потихонечку к нему привыкаю. Через чехол плюс 5-7 градусов. Ну, возможно. Стратус и третью тоже можно выкупить. Я еще ничего не купил, Виталий. Все вот по поводу выкупа или еще чего-то ВКонтакте. Пока на данный момент в канале 70 тысяч, я ничего еще ни разу не продал подписчикам. Слишком это муторно, если честно. Да и никто не писал. Так. Он на блестящих поверхностях врет. Окей, проверим тогда. Как-нибудь не через блестящие. На МТК Halo X20 можно завести G-Cam. Не знаю. Только Mi 9T капли нет. Да. Блин, очень хочу новые Stratos. Что думаешь про них? Stratos 2 офигенительные. Они не Stratos 2. Stratos вообще, в принципе, одни. Вот. Сейчас вторые выйдут. MSFIT GTR хороши. Смотрел на ваш обзор, но вопросы остались. В обзоре на BIP вы говорили, что они как не полностью отслеживают сон. Как с этим у GTR? Также есть Verge по сходной цене. Устал выбирать. GTR Kiason отслеживают нормально. Завезли новую прошивку. Там можно до 15 секунд Always On Display сделать. То есть, в принципе, норм. Realme 3 Pro. Хороший телефон. Не тестил, не знаю. Говорю всегда про то, что тестил, либо делаю заключение про то, что гипотетически хотя бы про это читал. Приклей изоленту и мерь через нее. Я думаю, я сделаю вот так. То есть, если я сделаю наклеечку, пойдет, мне кажется. Правильно? Дальше, еще бы сравнить с Note 7 температуру после теста. Note 7 вообще днище в плане температуры, поэтому я даже не буду пытаться мерить. Сегодня презентация на iPhone, и новые все хайпают и донаты получают. Почему не пользуетесь возможностью обозревать? Просмотры бы точно подскочили. Fox, если честно, я вообще понятия не имею, как это нужно делать, это раз. А два, у меня чуть-чуть другая политика канала. Дело не в том, что я ее хочу каким-то образом поменять, а дело в том, что, во-первых, меня интересуют дешевые гаджеты, а если я буду рассказывать о айфонах, то хотя бы у меня должен быть на руках последний их экземпляр. Включи плиз рядом то же самое на Note 7. Ох, зачем? Ну, давайте попробуем, сейчас попробую это сделать, но, опять же, может быть, будет чуть-чуть подлагивать телефон. Ждем. Так, ждем. Так, Huawei FreeLace или OneBullets 2, и почему? OneBullets 2, потому что они круче, у них есть aptX. Мое мнение, опять же. Вы же не против моего мнения? Не покупай 11, пожалуйста. Почему? Пишем. Antutu сейчас скачаю. Окей, на 7, как вы и просили. Для этого и нужен стрим. Но пока сотка. Если мужчина нас станет... Мужчины, девушки, женщины, девочки. Если нас меньше сотни станет, мы, наверное, стрим все-таки закончим, потому что довольно так все. Нет, ну жалко, Евгений. Если я куплю последний iPhone, то я подарю его супруге, я вам скажу честно. Понятно, что еще и для обзоров, но вот так. Какой у меня часовой пояс? У меня Москва. Московский часовой пояс, по-моему, плюс 4 у них или плюс 3. Сравним белый цвет. Окей. Дальше. Как вы можете так долго и так быстро говорить? У меня после 10 минут разговора болит язык. Старт-гейт, будем считать, что это моя суперсила, как и бегать 400-800 без подготовки. Евгений, спасибо, дорогой, а функции тоже... Так, Тимофей, какие функции? Функции чего? Сравни дальше. Жду новый MSFIT GTS. Я еще не меньше вас жду новый MSFIT GTS, потому что мне очень интересно, что они там напилили. Возможно, пока они до меня дойдут, они обновят прошивку, потому что обычно все это приходит в таком сыром и ужасном виде, который вы прекрасно могли наблюдать, когда вот эти вот часики у меня умерли прямо на стриме обзоре. Видел новый MSFIT GTS, я их заказал, Umixon, они мне уже идут, у меня 3 дня пути до меня осталось. Как вы смотрите на то, чтобы в своих обзорах про наушники, пусть вы говорите, что они дальше, что их дальше будет меньше, но оставляйте информацию о том, работает, что о том работает, не понял. Ли с ними довольно популярное приложение для отображения заряда Bait On, да и вообще с любой синезубной гарнитурой. Окей, попробую.
Напишите мне в ВК, я про это вспомню и постараюсь сделать. Сейчас вы носите Amazfit Health. Что изменилось со времен того разгромного обзора? Он не разгромный был, Антон. Он был из разряда того, что они стоят 8 тысяч. Очень много людей решили купить их. Притом вы должны понимать, что там внутри. И покупать из разряда, ну давайте я потрачу 8 штук для того, чтобы у меня был просто Amazfit Health, ну неразумно. Сейчас они великолепно просто считают сон. Они безумно удобны, я в них сплю. И... ну, ничего полезного. Вот, а, кстати, они лагают после 7 часов вечера, как сейчас у меня просто они стали опять лагать. Вилсакома заблокировали. И что? Я не в курсе, почему, но мне не важно. Да, у вас сильные легкие, как нужно... Так говорить нужно уметь. Спасибо большое. Привет, самый лучший телефон, по твоему мнению. Новый iPhone. Варились семерки... Варилось седьмое, будет Pro. Вилсак, так, привет, как тебе кроссы Amazfit Fidget Babuka 7? По поводу кроссовок Asics, не Amazfit, по поводу Asics могу сказать одно. У Asics проблема. Они делаются узконаправленно под вес определенный и под определенный вид спорта. То есть у них нет универсальных кроссов, да, допустим, как я считаю, у Мизуна. Хотя, опять же, профы пишут, что у Мизуна не универсальные кроссы. Я так не считаю. Какой бы ты взял телефон до 30 тысяч? Huawei P30 Pro, если смогу. Тимофей, отдохни. Да и зачем? Кирин или МТК? Кирин, наверное. Кирин. Новый iPhone стрёмный, камеры некрасиво находят. Ну, не знаю. iPhone всегда хорошо. У меня Redmi 4X, смотрю на работе Wilsacom с браузера, у меня на YouTube на разделенном экране, оба звука проходят, я в шоке. Отлично, привет всем. Что красивее, Note 7 или Note 8? Для меня, убейте ощущением красоты, потому что вот эти вот прямые грани, они меня подкупают, скажем так. Так, вроде бы Antutu я скачал, теперь... Я так понимаю, для стресс-теста нужно еще скачать дополнительное приложение. И мы с вами совершенно свободно сможем... А, нет, не нужно. Все, я поставил на 15 минут стресс-тест. Или вы имели в виду числа? Лаги пошли. Лаги пошли, потому что я скачал только что в Antutu для 7-го Redmi Note. Привет, что у вас за процессор в Note 8 стоит? Сколько он стоит? Не понял. Я не знаю, сколько стоит отдельно процессор. Я не... Погуглите. А, синий классный, может быть. Что лучше взять, Polar 430 или Amazfit? Я взял нагрудник Polar'овский H10. И вот он. Вот благодаря ему я наконец-то бегаю на пульсе в 140. Медленно, как черепаха, но кайфую от этого. Потому что мне сейчас от спорта нужен только тонус, ясная голова и работоспособность. Есть обзоры на какие-либо Google Pixel? Нет. У меня пока сейчас на данный момент обзоры только на Mi 9, на Redmi Note 7 и все. И вот 8 Pro сейчас будет еще. Привет, что за процессор в Note 8 и сколько он стоит? Не знаю. Так, тага. А у меня все зависло, а у меня нет. Товарищи, друзья, есть ли тротлинг на Note Pro? Вроде бы есть. Я сейчас только что показывал на стриме. Эль Парайс он за 2000 взял. Не понял? Нет, какой процессор стоит в нем и сколько телефон стоит? Стоит телефон 20 тысяч, мне обошелся. Можете посмотреть, сколько на Алиэкспрессе, он сейчас по ссылке в описании. Интересно, звуком свечу задует, каким звуком? Ага, у меня все зависло. Так, спасибо за ответы на все вопросы. Пожалуйста. Кого ты разобрал? В руках часть теребишь. Части вот этого вот чувачка. То есть Iron Man у нас счастливый стоит и наблюдает за тем, каким образом мы гоняем Redmi Note 7 и Redmi Note 8 Pro. Не забываем ставить лайки, 102 человека, я уверен, что есть новенькие. Смотрим в описании, как со мной связаться, какие у меня есть группы и что у нас за команда-тусовка, чем мы занимаемся. В основном мы с вами обсуждаем гаджеты эконом-класса, хотя Redmi Note 8 Pro это уже не совсем и эконом. Пьешь что-то типа... Элеутерокока. Нет, я пью кофе. Я сейчас вам покажу. Я пью очень черный кофе, без сливок, без сахара, лютый.
Иначе, как вы правильно говорите, по часу на стриме по полтора не посидишь, во-первых, во-вторых, после двухсуточной работы. Так, а когда презентовали там с датчиком, там динамиком свечу задули? Окей, вы хотите, чтобы я сейчас это проверил? Думаю, не особо это разумно. А у кого яркость больше? Я бы сказал одинаково. А вот одинаковая яркость. Вот. Я подробно в обзоре упомяну о том, сколько у семерки, сколько у 8 Pro яркость в канделах. Вот. Дальше. У этого аппарата прокачан динамик, надеюсь. Надо больше золота. Лайков надо построить. Зитхурат. Кому, да, не жалко, ставим лайки. Почти 350 есть. Давайте хотя бы до 400 доведем. Все-таки телефон купил. Стоит переходить с Note 5 на Note 8 Pro? Думаю, да. Однозначно, да. Любишь Швепс? Да, Вика, норм. Швепс норм. Изотоники чего-то восстанавливают. Да, греческий салат, конечно, восстанавливают, но я пью кофе. Вот. Что же не скажешь про MSFIT Stratos 3? Они уже вышли. Нет, не вышли. Они их в продаже еще нет. Ничего не скажу. Когда придут, тогда скажу. Так же, как у меня MSFIT GTS придут, тогда расскажу про них. А опять же, я обязательно буду рассказывать про... Одновременно, допустим, ну что-то вышло. Я не люблю сейчас сформулировать так, как попроще. Вот смотрите, выходит товар. Люди пытаются каким-то образом хайпануть на этом и рассказывают о нем из пресс-курантов, из афиш, из новостей, из тестов других блогеров. Я пошел по другому пути. Я вот тестирую то, что у меня на руках. Вот сейчас у меня получилось Redmi Note 8 Pro в числе первых, я считаю, купить. Благодаря моему товарищу еще раз. Я считаю, что вот это правильный подход, что ты покупаешь, и потом уже на основании того, что у тебя в ручках, говоришь. Когда ты говоришь, что что-то по телевизору, ну, на заборе много чего пишут. Вы сами видите, что с телефоном. Каким образом он лагал и что с ним было, вы можете увидеть в начале стрима. Когда стрим закончится, я обязательно его оставлю. Лучше водочки 100 грамм. Димыч, я напоминаю, я не пью. 20 октября 2019 будет ровно 10 лет, как ни грамма алкоголя я не выпил. И уже больше 10 лет не курю, потому что нет на это времени у меня, к сожалению. Я теперь твой подписчик. Спасибо, Цибик. MIUI на iOS похож. Да не особо. По камере так и понятно, ничего, все по-разному говорят. Данил, камера хлам, мое мнение. Опять же, но опять же мое мнение относительно P20 Pro на Huawei. Когда говорят, что камера ничего, они имеют в виду обычно фотографии, которые они делают с прямых рук. Так вот, если у вас кривые руки, кроме хуавеевских телефонов, а их я перетестил довольно много, хотя обзоров у меня нет. Я ради интереса, для того, чтобы делать как раз на канале эти обзоры, брал у товарищей телефоны. Либо вы берете iPhone, любой, начиная с семерки, и пилите на него обзоры, либо вы покупаете хуавеевский телефон. Все эти Xiaomi, Samsung, все это либо для прямых рук, либо для тех, кто прямо шарит в монтаже. Не пью, не курю с 9-го года. Круть путь, ты меня обогнал на 4 месяца. Какой аккумулятор? На 4,5. Я не пью 2 года, сегодня исполнилось. Поздравляю. Водку надо пить, чтобы глистов убить. Димыч, нет глистов, а пил я, к сожалению, не водку, а счастливый и ужасный Blue Label, очень дорогой, сейчас его непомерно. Короче, так пить, как я раньше джазил, невозможно с ценами на Blue Label на данный момент. Так, сток Android, топ, никаких лагов, круть путь. Дальше, Huawei или Xiaomi? Huawei. Долго стрим еще будет? Я не знаю. Наверное, пока... Не знаю пока. Давайте 400 лайков доберем на 130 человек. Други, если я покупил телефон и распаковал его на обзоре. Ну уж точно 400 лайков мы должны с вами поднять. А если бы ты покупал себе, выбрал бы Redmi Note 7 или Redmi 7? Redmi Note 7 однозначно. И скорее всего прошку и минимум 4 гигабайта оперативы. Странно, что при такой цене сканер не на экране. Не в экране. Нет, Матвей, я считаю, что они довольно много запихнули туда всего, включая камеру хорошую. Несмотря на то, что греется довольно сильно процессор, ну, пока терпимо. Вот по моим ощущениям, нет, вообще хардкор. Сейчас увидим. По моим ощущениям, разогрелся телефончик, дай боже. 45 градусов уже. А поверьте мне, 45 градусов это прям вообще хорошо. Притом он повсеместно 37. 45 градусов выдает телефон.
Это уже третий стресс-тест, всего 24% осталось. Нравится Покафон, да. А, не скупимся на лайкосы. Да, давайте догоним все-таки до 400 лайков. Можете не подписываться, можете потом посмотреть мои ролики. Они все очень быстрые. У меня длинные только стримы. И в первую очередь для того, чтобы пообщаться с вами. Можешь посоветовать телефон Huawei P30 Pro однозначно, либо P20 Pro, либо какой-нибудь P-шка. Хороший канал и видео, жалко, у тебя так мало подписчиков. Беймос, год назад у меня было 3000 подписчиков, и поэтому, когда мне говорят при 70 тысяч подписчиков, что у меня мало их, у меня набегает на меня скупая слеза. Во-первых, я его делаю один, мне помогает супруга в первую очередь с фотографиями на обложку, и сейчас она мне помогает резать аудюхи. А во-вторых, я не трачу ничего на рекламу. Ну, товарищи, как бы, когда ты не тратишь ничего на рекламу, ты никому не принадлежишь, что у меня никакой нет медиасети. И мне, в общем, нравится моя жизнь и мой канал. Вот тротлинг начинается вообще лютый. Лютый. Третий раз просто телефон начинает лагать по жести. Опять же, это мое мнение. А дальше давай стрим-трансляцию Apple. Нет, еще раз нет. У меня другой формат. У меня Redmi Note 8 Pro с 8 гектарами и 128 гигабайт внутри. Третий раз лупим, а здесь все еще идет стресс-тест, еще 7 минут. Жесть, тротлинг. Да, lucky loser. Вот что значит. А представляете, то же самое я делал для Samsung бы. Да мой канал бы забанили завтра, и все, если не сегодня. Pocophone F1 или Redmi Note 8 Pro. А я бы взял Pocophone на данный момент. Если подождете месяц, то Redmi Note 8 Pro. Насколько хорош процессор Huawei P20 Pro? Виталий, настолько, что мне хватает его за глаза. Димыч, да, у меня есть ребенок, он пошел в первый класс, ему 6,5 лет. А его фотки тоже есть в инсте. В принципе, у меня есть все фотографии в инсте, но это так. Чтобы вы просто знали, что я реальный человек. Пацаны, сколько он стоит? Двадцатку. Если по ссылке в описании, посмотрите, сколько на Алиэкспрессе, по моему мнению, он в адекватном магазине сейчас стоит. Apple всех банит все трансляции. Купер Конан Дойл. Мне не важно, что делает Apple, потому что если я захочу рассказать об Apple, я встану в очередь в магазине, куплю его в числе первых и буду стримить и рассказывать, что это крутой телефон, а потом разобью его. Вот это моя голубая мечта. То есть, когда у меня спрашивают, что я хочу сделать с каналом, я хочу реально краш-тесты делать телефонов, гаджетов и проверять их по полной. Не вот так, что давайте посмотрим, что он тротлит, а вот по полной, чтобы вы понимали, на что они способны. Потому что у меня, допустим, телефоны падают стабильно. А это самое главное для меня. Царапаются. Вот седьмой Redmi Note, я царапал экран. Но мне очень многие писали, что я подлец, что он не царапается. Царапается экран только в шум. И это чуть ли не основное качество телефона, как я считаю, выдерживать подобного рода нагрузки. А здесь у нас стоит Gorilla Glass 5, которая не должна сильно царапаться, но в то же время она очень хрупкая, вроде бы. Можно ли быть уверенным в медиатеке? Нет, нельзя. Я считаю, что здесь процессор хлам. Разница на стикере и без него в 4 градуса. Да, Юмиксон, спасибо за совет. Не забываем поставить лайки, давайте до 400 доведем, нас все-таки 130 человек. Оператор, нет, я не родился в Петербурге, я жил в Петербурге, сейчас скажу, лет 14 лет я жил в Петербурге, и все жилье у меня находится там. Артем, автор красава, спасибо большое, Артем, за добрые слова. Пользанец, скажи, пожалуйста, Havit i93 или Meizu Pop 2? Meizu Pop 2 тише, но Havit i93 громче. Вот так, я бы Pop 2 взял. Проверь скорость памяти. Хорошо, после вот этого теста затестим память. Что скажешь по поводу беговых кроссовок с Али, типа Lining, довольно популярных Nike? Есть ли модели, которые кажутся нормальными? На канале есть модели на Lining, две модели, очень-очень хорошие, и на Xiaomi. Посмотрите обязательно обзоры на них. Мне, вот я покупал то, что мне нравится, и то, что товарищам моим подойдет. Так, одной рукой удобно с ним работать? Мне да, хотя лапа у меня не огромная. Нет, наверное, нет все-таки будет. Я не знаю почему, а почему-то с P20 Pro удобный, с Redmi Note 7. Да, он чуть-чуть больше, чем обычный. То есть для моей руки, но она небольшая, неудобно. Но мне кажется, что если у вас чуть-чуть побольше рука, будет удобно. Из чего сделана рамка этого телефона? Да также стекло. В телефоне тебе главная камера, я так понял. Вадим, на данный момент мне главное, чтобы он не лагал. Ставьте лайк на канал, огонь. Спасибо большое, Димыч. Привет, Санек, антилопа, огонь. Спасибо тебе, Руслан. Вот еще один из подписчиков моих стареньких, кто может подтвердить, что я обычно советую годные вещи, хорошие. Но в основном вещи я не советую, если вы посмотрите канал. Главное тыкать на видео поступательно. То есть вы увидите 30 раз «я не советую», но на 31 раз, когда вы увидите, что я что-то советую, либо зайдете в мои топы, поверьте мне, разочарования у вас не будет. Ну, на 99%. Есть люди, которые были недовольны, но
Как говорится, все бывает так сказать. Александр, я успел, да, годные. Окей, я рад. Жду повседневных беговых айсекс. Хожу в повседневных айсексах, круто. Я в Under Armour ходил, сейчас в Xiaomi хожу. А размер одинаковый у семерки и восьмерки? Нет. Это кажется, что одинаковый, это более пузатый телефон. Короче, я сейчас затестю этим. Не затестю, а сравню, если вы не против. Потому что на заборе все написано. Так, короче, здесь у нас 10 миллиметров. Здесь тоньше, 9. Ну, где-то, плюс-минус. Здесь у нас ширина. Короче, Redmi Note 7 тоньше, чем Redmi Note 8 Pro. Дальше. 78 где-то миллиметров в ширину. Этот у нас 75. На 2 миллиметра уже и тоньше 7. Но опять же, это все так кустарненько. Высоту даже мерить не буду. Потом скажу просто вам данные и все. Давайте, кстати, Redmi Note 7 сейчас проверим температуру после первого кросс-теста. Ой, стресс-теста. Смотрите, как я удачно взял второй телефон. Точнее, купил. Так, 35 градусов. 36. 36 градусов под конец первого теста. Так, дальше упустил много. Ну, все, что упустил, можешь пересмотреть. Не забываем ставить лайки, товарищи. 145 человек, я уверен, что не все поставили. И вы не можете не подписываться на канал, но спасибо сказать за то, что я делаю полуторачасовой обзор на аппарат, которого нет пока в интернете. Ну, можно, я думаю. 141, упустил немного. Будешь тестить Honor 9X, может быть, но не обещаю. Симка одна и флешка, да, либо две симки. Пользоком Blitz сравнение Halo и Tisa. Автономность, звук, удобство. Просто Tisa нет. Halo, да. Будет ли обзор на Mi A3? Может быть, но не факт. Потому что телефоны, я говорю, видите, у меня не особо заходят. Когда рассказываю про наушники, подписчиков значительно больше и больше просмотров. Поставил, значит, пересмотрю, удачи. Спасибо. Где смарт? Какой? Вот он. Дальше. Алекс, здорово. Тестирую его полностью. Ну, что значит полностью? Гвоздь я сюда пока вбивать не буду. А P20 Pro защита от воды есть? Я не помню, честно, Виталий. Я знаю, что он у меня выжил все, что было. Драконил я его по полной программе, если не сказать больше. Вот сейчас я на него все еще снимаю. Если бы вы видели его состояние, вы бы удивились, как он еще работает. Насыпаем лайкошек. Спасибо, Алекс, за поддержку. Что делаешь с ним? С чем именно? Вот этот я гоняю уже третий раз по стресс-тесту. 20% осталось с 55. А вот у нас Redmi Note 7. Что у нас с тротлингом? Все в наличии. Ну, как бы никто не ожидал от 3 гигабайтов оперативы и 7-го ноута чего-то фееричного. Во всяком случае, он пока меньше греется. Дальше. Но телефон лагает очень сильно, хотя я им пользуюсь. 413. Дальше. Так, смотрите, какие такие наушники мало кто обозревает, особенно так жестко, как ты. А, я не знаю, какие именно наушники я жестко обозреваю, но я обозреваю довольно много плохих наушников, я считаю. Не сейчас мы хотим отключить все. Сейчас 5 секунд, я поищу. Я думаю, пора уже подключать Powerbank. Если вы со мной согласны, ставим лайк. Ставим лайк для тех, кто согласны, что нужно подключать Powerbank и продолжать стрим. Ставим дизлайк. Те, кто не... Не надо ставить дизлайки. Давайте дизлайки не ставить сегодня. Потому что вроде бы все позитивненько, и вроде бы тем, кому полезно, те могут посмотреть. А тем, кому не полезно, смотреть не могут и не будут. 19% у одного. Маловато. Дальше, чего у нас? 415 лайков, уже 420 лайков, спасибо. Когда выйдет Global, понятия не имею. Я думаю, что в ближайшие недели две. Еще раз напоминаю, что аппарат продали в количестве 300 тысяч штук. Ну, по-моему, это не только прошки, это все Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Раз, два, помимо того, что его продали в количестве 300 тысяч штук, мне пришлось покупать, понятно, через друга перекупа на Дальнем Востоке, который покупал у другого перекупа в Китае, потому что в первые сутки мы купить не успели в официальном Мисторе. А в официальном Мисторе получилось так, что... В официальном Мисторе получилось так, что они кончились. Вот так. Тэч, счастливо, спасибо, что были.
Поставил уже лайк, спасибо, что интересного в этой балалайке. Да ничего, 64 мегапикселя, а-ля 64 мегапикселя. Довольно неплохой проц, который довольно сильно греется, 4500 мАч зарядка, тачскрин. Ну, вообще все, в принципе, все то же самое. Сенсор у нас стоит здесь самсунговский. Могу, в принципе, продиктовать вам все параметры, но я думаю, что вы их можете спокойно найти в интернете. Конкретно в этом аппарате 8 гигабайт оперативки. Я специально на Antutu его гоняю уже третий стресс-тест для того, чтобы узнать, как сильно он греется. Пока греется сильно. PUBG, я не знаю, топ он или нет, все относительно. Чел из чата спрашивает, как поставить Google камеру на 7 ноуте. Пусть на 4 PDA скачает, ТЧК. Насыпаем Александру больше лайков. Спасибо. Скорость чтения записи встроенной ПЗУ. Сейчас. 8 жидкостное охлаждение проверяли уже? Ну нет, я считаю, что там, если оно, ну оно понятно есть, но оно довольно такое посредственное. Снимаю стрим я на P20 Pro телефон, мой старенький, добренький рабочий телефончикус. При описании тачскрин, при описании смартфона годно. Да, еще как. Да потому что я просто прочитал. Я говорю, вы также можете прочитать все это в интернете. Понятно, что в первую очередь мы смотрим стрим для чего? Для того, чтобы узнать, какие, по моему мнению, здесь недостатки. Мини-джек здесь внизу по какой-то причине. Мне это не нравится. Мне не нравится, что здесь он довольно сильно греется. Не нравится, что индикатор здесь одного цвета, диод. Индикаторный, не нравится то, что он довольно то, что, по моему мнению, особо экран не отличается ничем от Redmi Note 7, может быть, разрешением только. Я не помню, какого Redmi Note 7 разрешение, единственное для того, чтобы сказать. Размер его 6,63 дюйма. Засветы есть, но небольшие. И чего еще? И на данный момент Google Pay, как я знаю, не работает. Вот что мне не нравится в этом аппарате. Дальше, пока на ноуте 8, лайкос за восьмерку, успокойся, пожалуйста, Стар, ты про что? А зачем в стрим? Чтобы я успокаивался и молчал? Ты просто сортируешь рынок дешевых наушников и ищешь гадноту, за это огромное спасибо. Юмиксон, моя ультраголубая мечта, это сортировать рынок ноутбуков, потому что их я палю, дай боже, то есть я очень быстро могу вывести из строя любой гаджет, не гаджет, а любой ноутбук. А так, конечно, бы неплохо было бы еще гонять телефоны, притом по-нормальному. Вот, думаю, все у меня будет, но постепенно. Пока начинаем с телефончиков и часиков, как вы прекрасно заметили. Как в целом телефон для родителей пойдет? Да. Ладно, спасибо за стрим, буду чаще заглядывать, колокольчик включил, лайк поставил, спасибо тебе. Тебе спасибо, Данил, за то, что был с нами. Не забываем проставить лайк те, кто новенький, чтобы набрать хотя бы 450. Телефон Redmi Note 8 Pro, 8 гигабайт оперативки и 128 на борту. Еще можно карточку засунуть на 256, и это круто. Алекс, ты любитель бренда Xiaomi, я фанат бренда, если честно, Midja. Midja это подбренд, это суббренд Xiaomi, который выпускает всякие годные штуки. Из разряда чайников, лампу засуну сейчас в кадр. Вот таких ламп, игрушек, но это не Midja, это... В общем, проще говоря, я люблю очень сильно их дочки. То есть Xiaomi для меня как таковой не существует. Я понимаю, что это просто бизнес-проект очень хороший. И хорош он тем, что они выбирают хорошие вещи и продают их по демпингу, они демпингуют и специально продают нам их подешевле, чтобы откусить себе часть рынка там, везде. За счет этого конкуренция разгоняется, за счет этого Samsung понижает цены, Apple понижает цены. Все равно они могли бы продавать еще дороже, не было бы того же Xiaomi. Вот так. Ждем 9 Note Pro, ты топчик, спасибо. Не забываем проставить лайк, прожать. Нас 438 лайков, доберем до 450. QCY это дочка Xiaomi. Как я знаю, да, Stage. Я обожаю Xiaomi. Круть. Кстати, очень тяжело найти нормальный ноутбук за адекватную цену. Юмиксон, у меня сейчас стоит ноутбук Asus Redmi ROG Strix 702VM, на котором у меня был год назад обзор. Я его два раза полил. Два раза я его сдавал в гарантию, два раза у меня там меняли сначала материнку, то есть фактически все, а второй раз даже не сказали, что переделали. Но, в общем, даже Asus горят. А у супруги я купил ей ноутбук Xiaomi, он у меня тоже есть на обзоре, пока он меня только радует. Xiaomi выпустила 3D-книгу Гарри Поттера. На нее обзор будет, стоит около $30-40. Скиньте мне, пожалуйста, в ВК.
Фортайн пойдет на 8 Pro еще как, Ренат. Он полетит на нем на максималках. Что тестишь? Redmi Note 8 Pro. 8 гигабайт оперативы, 128 на борту. Конкуренция — двигатель прогресса, а не добросовестная конкуренция Apple и других развития. Тормозит. Я бы не сказал lucky loser. Мы хотя бы знаем, сколько можно топить за девайсы, которые на данный момент являются идеальными. Во всяком случае, ну они реально идеальны у них. Кроме цены. Вот мое мнение, опять же. Они не гонятся за цифрами. Это как с Макинтошем. Ладно, не будем. Это все тормозит мой канал, потому что все-таки в основном я рассказываю не о яблоке, а точнее о яблоке я вообще не рассказываю. И топить я за него не собираюсь, потому что цены несусветные. Я не считаю, что они стоят своих денег. Вот проще так. Почему не читаешь мое сообщение? Вроде адекватный вопрос. Я не вижу его. Повторите, пожалуйста. Сообщений довольно много. А что такое на нем делал, что два раза спалил ноут? Кир Форева, я ноутбуки тестю очень просто игрушками на максималках. Притом гоняю их по 4-5 часов, и, соответственно, они могут сгореть. Что купить до 25 тысяч? Ну, Rally, вот этот Redmi Note 8 Pro, если до 20. Кроме танков, говорят, все лагает, но я, например, танки не гоняю. Нет, Виктор, это все бред, что лагает. Я обязательно протестирую, могу сейчас даже закачать, но я не думаю, что это стоит делать. Потому что смотреть, как я играю в телефон, это уже перебор на стриме. Мне кажется, что тебе надо попробовать пиксель. Может быть, дотянет он танки неплохо, уверен. Какой небольшой смартфон можешь посоветовать? Не люблю лопаток. Xiaomi Mi 9 SE с диагональю 5.96 неплохой. Но может быть, есть лучше. Вот такой вот третий стресс-тест на этот счастливый телефон. Кстати, он, по-моему, больше не разогрелся. И так все было довольно печально. Здесь 39. Здесь 40... А, еще больше разогрелся. 46 градусов. Короче, 1 градус он прибавил. 46 градусов на телефоне. Тротлинг бодрый. А что вы хотели? Вы хотели тест памяти, правильно я помню? Так, а где его здесь делать? Батарея, может быть, батарея есть тест? Тест. Так. КПУ, ГПУ. Вот память. Вот для оперативки тест был. Кому это что-то даст? Потом, что еще мы можем посмотреть? Что вы хотите? Верификация? Давайте проверим девайс, чтобы он рассказал вам, что у нас вообще. Да, пикометр еще как врет. Да, я думаю, полтинник есть. Это Redmi Note 8 Pro на максималках, Павел. Не забываем ставить лайки. Давайте до 450 хотя бы добьем. Нас все-таки 139-137 человек. Поддержите канал, поставьте лайк. Заранее огромное спасибо. Это первый, я думаю, стрим с данным телефоном на русском тюбе, это точно. И я его делаю только по одной причине. Как вы видите, канал у меня не базируется на телефонах. В основном это наушники, умные часы, кроссовки и подобные штуковины. А телефоны я обозреваю, как и ноутбуки, довольно редко. Так что с вас лайк. Интересно, Google камеру на это как-то вытянет? Я думаю, да. Вот, спасибо большое, 454. Кому не жалко, еще прожимаем. Привет, посоветуйте программу, чтобы протестить объем аккумуляторной батареи. Вот она и есть, то, чем мы тестируем. Думаю, пора уже ставить на зарядку, вы не против? А то телефон может приказать долго жить. Давайте стандартным кабелем. Если что, буду брать в ручки, правильно? Покафон или Note 8 Pro? Я не знаю, я бы взял Покафон сейчас. Хотя, Покафон, наверное. Посмотрите тесты процессора, мне кажется, они примерно одинаковые. А насчет камеры, конечно же, она лагает. Вот на данный момент лагает, я уверен, что еще будет. У нас час и 40 стрим. Ну да, так есть смысл его гонять, час 40. Да, через час 40 он, получается, разрядился на 40% на тестах. Чем отличаются китайские версии от глобальных в Xiaomi? Да по телефонам ничем, потом глобалка выйдет, установите и все. По линку на Али продажи только 6 гигабайт ОЗУ вместо 8. Что-то не так вот у продавца. Я потом добавлю линк на 8 гигабайт. Скажите, пожалуйста, в настройках есть запись разговоров? Есть программка специальная для записи разговоров, поэтому я не думаю, что особо обязательно. Стрим не будешь скрывать? Teacher, будем считать так. Я никогда не удаляю стримы, я иногда обрезаю, если там что-то лишнее входит, ну там буквально минуту-полторы. Еще раз напоминаю, для вновь прибывших, мата на канале нет, канал исключительно некоммерческий,
Так что вы мне помогаете лайками, сообщениями, еще чем-то, а я покупаю девайсы, которые вы хотите на обзоры. Плюс кое-что разыгрываю, смотрим в описании, что именно. Буду всем благодарен за участие в розыгрышах, за лайк и за любую вид поддержку. Ну, в первую очередь, это лайки, конечно же. Имей BIP-1, как считаешь, GTS-вариант? Павел, пока нет, пока не считаю так. Расскажу скоро. Знаешь какие-нибудь компактные телефоны до 6 дюймов, кроме Mi 9 SE? Сходу не скажу, QC2... У Xiaomi вышел. Мне кажется, там только китайская прошивка. Короче, скоро я о нем расскажу. Слово, короче, плохое, но обязательно закажу, расскажу. Он всего 6 тысяч рублей в Китае стоит. Прикольно, я с вами с 25 тысяч подписчиков. Павел, я расскажу вам страшную тайну. Есть люди, которые с 3 тысяч год уже со мной. И вам огромное спасибо. Мы просто выстрелили недавно за счет 10 лучших вещей для... От Xiaomi на целых 25 тысяч поднялся канал, и за счет моих хейтеров. Им огромное спасибо. Все, кто выпускает на меня какие-то разоблачения, либо упоминает меня на каналах, просто безумно работают на мою популярность. Это не сарказм, вы можете открыть какие-нибудь там хейтерские статьи, еще что-то. И там вы увидите, что как только что-то выпускается на меня, у меня сразу увеличивается количество подписчиков в этот день и минимум на неделю. Так что спасибо всем, особенно дизлайкерам. Самое главное, не ставьте мне, не пишите мат, и вы будете со мной дальше потихо и молча ставить мне дизы, 7 дизов на стрим о телефоне, который является первым для стрима на русской сегменте YouTube. Еще раз напоминаю, что сюда запихать можно только 256 гигабайт, терабайт сюда запихать нельзя. Вот эта штука, мигающая в плане индикатор, всего одного цвета. Мини-джек они расположили внизу, вот здесь, и это очень подло и неэффективно. И телефон неудобно держать лично мне, хотя он буквально на 2 мм меньше, чем Redmi Note 7. Но у меня маленькая рука. Samsung A40 компактный, круть. Руслан, позвонить. Что позвонить? Как думаешь, стоит ли брать его будущую глобалку? Думаю, да. S8 или Redmi Note 8 Pro? Однозначно Redmi Note 8 Pro. Руслан, разыграть его не хочешь? 20 тысяч рублей? Серьезно, Руслан? Канал некоммерческий. Ну, может быть, но не его. Но может быть и его, но не сейчас. Давайте, в общем, как мы сделаем. Мы сделаем, что я разыграю хороший телефон. Не факт, что этот, возможно, этот. Когда у меня будет 100 тысяч подписчиков, поверьте, это будет очень скоро. И я начну разыгрывать хорошие вещи, хотя наушники по 3000 рублей тоже неплохие, как и Mi Band 4. Вот. Я по твоему обзору взял наушники QCY. Отлично, я очень рад, Stay Star, если вам они подошли. А где-то новый iPhone презентуют. Akashi, это их право. Что бы ты выбрал, Redmi Note 8 Pro или Galaxy S8? Я бы выбрал Redmi Note 8 Pro. Какой прот стоит на Mi 9? На Mi 9 стоит... Опа, на Mi 9 я не помню, что стоит. Я могу сказать, что здесь стоит, а на Mi 9 я... К сожалению, здесь стоит MediaTek Halo GT90T. И как мы с вами выяснили, я бы сказал, это ужасный факт, Halo, ну вот этот процессор, он очень сильно греется. То есть полтинник на втором тесте, в районе полтинника выдает этот телефон. На третьем краш-тесте он выдает полтинник свободный. То есть, если мы будем играть в PUBG, что я сделаю обязательно, и обязательно сниму это на видео в течение, допустим, часа, посмотрю, за сколько он разрядится, а телефону придет в плане тротлинга и в плане температуры полный кирдык. 50 градусов – это очень много. CDMA связь поддерживает? Пока не знаю, сейчас скажу. Думаю, нет. Не должен он. Еще раз повторяю, что он мне только сегодня пришел, я при вас его распаковал. Информация в интернете вся скомканная, вся очень противоречивая. Обзоры друг другу противоречат, поэтому сказать, что вот четко здесь что-то есть или четко здесь чего-то нет, я не могу. По той причине, что мы сейчас как раз увидим, что здесь есть вообще все, потому что он верифицирует данный телефон в Antutu. Как думаешь, Redmi Note 8 стоит купить? Да, думаю, стоит. Не забываем проставить лайк. Может быть, доберемся до 500 лайков. Это будет очень круто. Насыпаем лайкосы. Это китайская версия? Да. Да, мартовский код. Пока глобалки на этом нет. На Mi 9 855 Snap, на Mi 9T 730. Ну, вот так. На Redmi 7 тест кончился. Да, и это уже второй стресс-тест. И тут полная дребедень, как вы видите прекрасно. Но все бывает так сказать, потому что вот так. Давайте еще разок прогоним его.
Что нам стоит дом построить? Народ, совет не связывайтесь с МТК. Да, Эндорфин, я с вами, кстати, абсолютно согласен в этом вопросе. Дальше что у нас? На Mi 9SE вроде бы 712 Snap, вроде бы. Это Note 7 или Note 7? Вот это Note 7, вот это Note 8 Pro. И почему-то, по какой-то причине, это Note 8 Pro на 8 гигабайт на 128 гектар оперативки. Давайте вот так поставлю, чтобы вы сразу видели, что это красота. Красота, не Redmi Note 7. А Redmi Note 7 вот так перевернем. Дальше. Глобалка выйдет 26 сентября, но это еще не скоро. Что-то ты не особо хвалишь Funkel W1. Есть другой вариант для фильмов? Нет, почему? Хорошие наушники. А что мне танцевать? Они царапаются, бокс глянцевый. Я никогда не рассказываю, Ильяс, что-то прям вот, а, это топ. Тиса, ну, за 1000 рублей топ. Просто когда я снимал обзор, на них была цена 1500. Сейчас стало 1000. За 1000 я бы их намного больше хвалил. На 50%, потому что они подешевели с 1500 до 1000. Дальше. Просто не по теме, скажи, пожалуйста, XPods 3 или Funkel W1? Несмотря на цену, XPods 3, смотря на цену, Funkel. Дальше. Греется потом, погоди, нормальное ПО сделают. Телефон даже еще на Global рынок не вышел. Не портите смарт первым впечатлением. Талгат, давайте откровенно. Телефон продают? Продают. Я с вами, конечно же, могу, как и большинство пользователей, сказать, Xiaomi тестируют на пользователях телефоны. А если они не допилят? То есть вы покупаете телефон и месяц должны терпеть эти лаги? Я считаю, что это неправильно, во-первых. Во-вторых, моя-то миссия рассказать, что на данный момент и что потом, может быть, тоже расскажу. Redmi рулит. Какая дочерняя фирма тебе нравится от Xiaomi? Midja. И вот это вот Xiaomi 52L, по-моему, называется, с игрушками. Что думаешь, что лучше, 8 или POV 8 Pro? Ну, конечно же, 8 Pro, потому что 8-ка обычная, она то же самое, что 7-ка. Можете посмотреть. Дальше. Так нормальный или стоит, или не стоит брать? Я считаю, что за эти деньги он нормальный. Но, опять же, не без косяков, о косяках сейчас я и рассказываю. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся верифицировать этот телефон через Antutu. Но если он этого не сможет сделать, то опа, есть, у него нет. Ну, короче, он не может его верифицировать никак. И, кстати, не может никак зарядиться от ноутбука. Ну вот, чтобы вы знали. Я пропустил начало распаковки, в комплекте зарядка на 18 вольт, да. 9 вольт, 2 ампера. Вот, пожалуйста, еще раз. Но китайская, ну потому что это китайский рынок. Видно чего-нибудь или нет? Сейчас попробую поближе. Может, да, есть перекув. Все. Как насчет нагрева до 70 градусов? Нет, 50 всего. Давайте можем еще погонять. В общем, не хочет он его верифицировать. Дальше. My Device Score, понятно. А, ну, в принципе, вот здесь мы можем посмотреть все. Для тех, кому важно, во всяком случае, фанатов, либо людей с 4 PDA, возможно, данная информация будет полезной, потому что вот это у нас максимальная комплектация для этого телефона на рынке сейчас. Тын-тын-тын. Все видят? Ну, не знаю, сейчас увидим. Да, для 4, я уверен, что для LTE пойдет. Но 5G здесь нет. Так, кому надо, поставить потом на паузу, правильно? В принципе, вся информация есть. Из того, что можно сказать, вот я сейчас только Antutu установил. Свободной памяти здесь всего 106 гигабайт от 128 осталось. Это раз. Два, и что еще полезного мы можем увидеть? Что Android здесь 9, MIUI здесь 10 стоит. Дальше. По процессору, как уже и говорили, MT6785V CC. Дальше. Дисплей у нас поддерживает OpenGL 3.2. Вот. Плотность пикселей здесь прописана и разрешение. Разрешение 1080 на 2340, это уже с самого телефона. Герцовка на 60 Гц. Говорили вроде бы, что будет поддержка под этот процессор 90, но вряд ли под этот экран будет. Плотность пикселей 395 ppi. И в общем все.
Так, с камерой 64 мегапикселя, видео 8,3 мегапикселя, разрешение для камеры. Так, не забываем поставить лайк. 127 человек, 130. Кто не поставил, ставим. А, Степан, мы мерили температуру до полтинника. Он распаковка. Нет, это я, называется, накосячил. И сейчас я не знаю, в режиме онлайн смогу ли я что-то изменить. Если бы вы видели, в каком я стрессе это делал, как бы вам сформулировать, вы бы точно не стали смотреть этот стрим. Потому что делал я это дело в просто безумном стрессе. Так, проверь водостойкость. Да, Марат, вот сейчас побегу. Я пока я не сделаю на него тесты никакие, я никакие жесткие какие-то стресс-тесты делать не буду. То вы просите его разыграть, теперь вы просите его убить. Убить мне его легко, как вы прекрасно знаете. Водостойкость порадовала. Дальше. Вот тебе температура, вот бы пункт температура проца. Так, что вы ноете про 50-е? Мой Mi 4C грелся до 58-60 градусов, но тротлинг не уходит. Просто в последние года 3 нету времени на игры. Ну вот так. Так, други, ставим лайки, пишем вопросы, кому что интересно, может быть до 500 добьем, будет смешно. Димыч, не ври, 46. Да нет, Димыч, полтинник я округляю, потому что все-таки, ну, глючит этот аппаратик, по ощущениям полтинник. Неужели наушникам QCY T3 настолько плохи, как ты сказал в обзоре? Заказал их и после глянул твой обзор, не знаю, что теперь делать. Может быть, они вам понравятся, сформулирую так. Очень многие люди после того, как заказывают что-то, пишут мне, что я был неправ. У меня не люминие мнение, у меня просто мнение. Вы его можете разделять, можете не разделять. Дальше. Лучше сделать конкурс, а не сделать из него водолаза. Согласен. Он во время зарядки сильно грелся. Я его распаковал при вас, я еще его не заряжал, друзья. Он пришел на 50%, 55% у него было заряда. Что мы еще знаем? GPS, конечно же, есть у него, Bluetooth поддерживается, не указано, какая версия. Может быть, дальше будет показано. Конечно же, Wi-Fi, акселерометр, температурного сенсора нет, как он указывает. Возможно, он есть, но вот так. Да, сенсора давления нет. Подсчет шагов, конечно же, есть. Ладно, давайте еще чего-нибудь интересного с ним сделаем. Тест батареи будем делать? Так. А, мы не сможем его делать, потому что он у нас на зарядке. Давайте еще разок стресс-тест. А может быть AI? Давайте AI. Так, Bluetooth, Bluetooth 5. Самые крутые фишки есть в этом смарте. 64 мегапикселя, первая самая крутая штука. А вторая самая крутая штука, это, наверное, то, что он красивый и то, что сделан довольно стильно. Я, в отличие от восьмерки, он хотя бы отличается внешне от семерки. Дальше, то, что у него мини-джек есть, это очень круто, хотя располагается он довольно плохо, по моему мнению. Вроде бы очень хорошо кричит, опять же, вы мне рассказали, вроде бы очень хорошо кричит у него... Так, сейчас все до разрешения дам. Динамик, который задувает свечу. Но я при вас сейчас что-нибудь придумаю. Так, еще что-то мы там тестим. Протестим и расскажем. Индикатор многоцветный. Одноцветный индикатор – это один из его серьезных косяков. А дальше фишки 64 мегапикселя. У меня первый GTS-вариант. Павел через недельку будет про GTS-обзор. Может, даже через 4 дня и сразу же. Лучше разыграть дешевые призы, но не часто. Тем более, я не уверен, что пойдут отбор по фото и друзьям ВКонтакте. Тротлинг. Окей, тротлинг. Я часто в этом смысле косячу, особенно с этим словом. Не знаю, не могу я запомнить никак. Слушай, я хочу купить этот телефон для игр, а игры PUBG танки будет он хорош для игр на средних и минимальных настройках. Он будет хорош на максималках, я уверен. Кстати, а датчик магнитный есть, просто привык к смарт-чехлу, а без магнитного датчика умные чехлы не работают. Я не читал про то, что он там есть, мы сейчас как где-нибудь попытаемся это найти. Хотел взять себе Note 7, но пока вижу, что лучше брать Note 8 и не восьмерку, а Pro. Нет, лучше 8 Pro, потому что восьмерка это то же самое, что семерка. Вот, дальше у нас что... Дальше у нас, имеет ли данный телефон функцию переворота экрана из-за того, что у него нет кнопок? Типа, можно ли кнопки перевернуть или перевернуть экран? Думаю, можно, но это все от прошивки зависит. Так что будем ждать прошивки. Так, 97%, 98%. Я не знаю, почему он не переворачивает. В фотках он дал у нас 79 тысяч.
Опять же, может быть, кому-то инфа будет полезна. Я говорю, я потому что не считаю, что телефоны особо стоит гонять прямо по полной программе. Единственная, самая главная для них функция, по моему мнению, это работа с фотокамерой, потому что мы за камеру переплачиваем эгегей. Вот. Последний тест на тротлинг, стресс-тест был вот такой. Тротлинг был лютый. Давайте еще разок уже на зарядке прогоним его. Не забываем пролайкать, на 118 человек, может быть, до 500 лайков дойдем. Имеет ли данный телефон фунт так, JBL 450 или 500? Не знаю, не тестил ни то, ни другое. Блиц, играешь еще. Что ты думаешь о планшетах на винде? Думаю, ничего хорошего. У Xiaomi все аппараты вначале сырые, а потом их допиливают. Да, 4G ловит. Так, почему? Ну, я перепроверю, Игорь, напишите мне ВКонтакте. Сколько стоит этот 20-ку? В описании к видео есть ссылка на Алиэкспрессе, где он есть. Вроде бы говорят, что стало почему-то 6 гигабайт, было 8. Так, ищу телефон, чтобы не лагал. Так, жесткий тротлинг. Талгар, напоминаю всем, 121 человек, что на канале мата нет. И это самое важное, чтобы вы запомнили. Остальное все вот в личку, мне можете ВКонтакт, Фейсбук, в Телегу, куда угодно писать. Расскажи характеристики. Еще раз. Наверное, уже ого-го какой. 15 секунд. Что мы из характеристик? В первую очередь, это из чего он сделан? Это Gorilla Glass, при том 5-го поколения. Экран у нас соотношение 19,5 к 9. Размер экрана 6,53 дюйма. Конечно же, тачскрин. Процессор у него Octa-Core MediaTek Helio G90T. Греется довольно неплохо. Оперативки в этом конкретном аппарате 8 гигабайт и 128 гигабайт на борту. Как мы узнали, 106 в наличии можно использовать. Камера на 64 мегапикселя. Из коробки у него Android 9 и MIUI 10. Конечно же, есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS, вход Type-C, есть мини-джек внизу. И есть возможность либо две симки вставить, либо вставить симку и плюс еще карту памяти до 256 гигабайт. Вот, в принципе, наверное, самое важное. Это Redmi Note 8 Pro, 8 гигабайт оперативки. Напоминаю, размеры его это 161 мм на 76 на 8,8 мм. Он шире и толще, чем семерка. Батарея на 4500 махов. Весит 200 грамм. Вот кратко так. И даже от ноутбука, заряжаясь на стресс-тесте, он разряжается. То есть у него сейчас 14%, а было у него 15%. Сейчас я попробую через зарядку его подзарядить. 15 секунд. Может быть, у меня получится протянуть. Очень надеюсь на это. Так, что у нас еще? Какие вопросы у нас еще остались, друзья? И остались ли они? Как тепло отводится по медной трубке от проца в сторону аккума? Ну, вот так. Так вот они каким-то образом передается. Вроде бы жидкостное, я понятия не имею, как может быть такое жидкостное охлаждение, но Xiaomi обещает. Вы во всяком случае видели, как он до полтинника греется, и это довольно бодро. Я считаю, что это очень много для данного аппарата. Так, 130 человек, прожимаем лайки, доберемся до 500, будет очень круто. В настройках глянь, пожалуйста, настройки, экран блокировки, пароль. Дополнительные настройки, режим смарт-чехла. Там только две позиции, включить и выключить. Давайте стресс-тест закончим. И я сразу спрошу, товарищи, напишите мне, что конкретно нужно проверить в настройках, и я посмотрю. В играх нагревается Марат. Так, Honor 9X рвет его, может быть. Он, по-моему, по цене чуть-чуть дороже, нет? Включи звук, хочу послушать. Ну, вы понимаете, что это легкая форма глобализма? То есть смысла от того, что я включу звук, на нем нет никакого. Глобальной прошивки нет еще? Нет еще. Вроде как корпус алюминий, жидкостное это ацетон испаряет и быстро передает тепло. Посмотрим. Привет, не сильно опоздал? Нет, всего на 2 часа сет. Привет. Есть чего? Зато зимой тепло. Согласен, мартовский кот. Не забываем ставить лайк, еще 3 лайка, и нас будет уже 500 лайков. Когда обзор лучшие смарт-часы на Android для телефона? Антивайпер скоро, когда мне придут часы. Вот. Как бы так. Потому что мне кажется, что я очень хорошие часы заказал, хотя очень нехорошие фирмы, когда я сильно не люблю. А летом 30-градусную жару что будет? Будете прятать его в чехол. В чехол с жидкостным охлаждением. 26 сентября глобалка, будем ждать. Сейчас 10, осталось 2 недели. Как раз для тех, кто закажет китайские версии, я думаю, глобалка прилетит в на обнову.
Хотя не факт. Если на нем беспроводная зарядка, может, ты в курсе. Как я знаю, нет. Потому что она нигде не заявлена и нигде не могу найти про нее ничего. Долго ли планируешь стримить? Не знаю. Пока стримим. Пока нас больше сотни, мы будем стримить. Так, 500 человек. 500 человек. 500 лайков есть. Давайте разменяем 500 лайков. Добавляем. Вот Redmi Note, как у нас лагает. Мы пока просто смотрим тротлинг в основном у семерки и у 8 Pro на 8 гигабайт. Да, телефон потихонечку разряжается при любых раскладах, это не есть хорошо. Может быть, к другому выходу подключу сейчас, и он будет лучше заряжать. Так, было 15%, стало 13%. Дадим 1000. Степан, я не уверен, что мы дадим 1000 лайков, потому что один уже отжал даже лайк, было 500. Дальше. Просто у Redmi Note 7 нет датчика магнитного. У Redmi 5 был, мне очень важно, так как очень много и часто говорю, мне не всегда блокируют экран. А как смарт-чехол переводит в сон и блокирует экран. Согласен, что эта штука довольно удобная. Amazfit GTS я не просто видел, я их заказал через 4 дня. Возможно, у меня будет на обзор на канале. Притом, возможно, если вот этот видос зайдет хоть каким-то образом, в обзор будет распаковкой. Напоминаю, что вот такие вот часики Amazfit Fit Health. У меня был стрим на канале тоже с распаковкой, тоже с попыткой их соединить. Он закончился очень печально, еще даже печальнее, чем наше общение с этим телефоном, на котором нет маркета. Но вот так. Поставь на 18-ваттную зарядку на ПК максимум 5 ватт. Я согласен, но мне вот интересно, почему все равно при ПК он благополучно садится. Стоит брать восьмерку или все-таки семерку? Марат, если брать, то 8 Pro. Купи и протестируй наушники MPOU. Quickshot. Они мне вот прям не нравятся, эта фирма. Я не знаю как, но вот не нравится. Хай, как думаешь, снизится ли он до 13? 14 нет. На 8 гигабайт точно до 13. 14 не снизится, максимум до 16, но не факт. Слушай, в дальнейшем будет ли он нагреваться в играх так сильно? Modern Blitz. В основном, если честно, люди играют на каких-то джойстиках, если уж сильно зарубаются, либо в чехле. Поэтому 50 градусов, мне кажется, что это не критично. Но и не так шикарно, как нам обещали. Дальше, что лучше, купить этот, когда он выйдет на русском языке, или думать, что глобальная прошивка профиксит многие траблы, или задуматься над покупкой Mi 9T. 9. Когда тест звука, когда закончится вот этот стресс-тест очередной. Через полгода он будет стоить 14, Димыч не будет. На 8 гектар не будет он стоить 14, вот хоть убей, максимум. Ну, во-первых, вы не забывайте, что вы в рублях говорите. Мне кажется, что курс просядет к Новому году, как всегда. А во-вторых, не на 8 гектар, их очень хорошо раскупают. Не скупитесь на лайки. Да, товарищи, если кому не сложно, поставьте лайк, поддержите канал. Вот. У Стаса Ай как просто 116 тысяч зрителей, он в шоке. Ну, круто, Андрей, но не у всех же будут 116 тысяч зрителей в онлайне. У меня 129 зрителей в онлайне, и для меня это уже много. Там APTX есть и для бега супер, только версия чита. Есть APTX в этом телефоне, вы имеете в виду? На шестерке будет доллара, не будет. Ну, посмотрим, через полгода так. Mi Band 4 или Mi Band 3? Однозначно Mi Band 4. Mi 9T намного лучше, но Endorphin, по определению, по-моему, это все-таки ближе к топовым телефонам. 6 гигабайт на 120 я бы купил. Ну, 6 гектар норм. 6 гектар оперативы – это уже более чем норм. Дальше есть еще у кого-нибудь вопросы? Не успел прочитать предпоследний, сейчас 15 секунд. Прикольно, когда ты подписался на обзорщик, у которого меньше 500 подписчиков, а сейчас 73. Да. Антивайпер, я вас помню. Дальше, что... Так. Когда будешь показывать себя? Потом, когда раскручусь. Вот. Так. Ну, вот, в общем, в целом и в частности, и в целом, 2 часа 7 минут стрим. Стрим у нас, напоминаю, на распаковку и настройку вот этого аппарата Redmi Note 8 Pro. Конечно же, настройка нулевая, по той причине, что настраивать здесь нечего. Глобалки нет, раз, два, на данный момент. Я даже Play Market еще не установил, так как нет глобалки. Думаю, все это установлю. Все установлю через 4 PDA и все APK-шные файлы, что мне нужны, тоже. Уверен, что здесь есть 4 G, хотя все спрашивают, ну, обязательно в будущем обзоре расскажу.
На данный момент стоит ли покупать или нет, решать вам, потому что глобалка выйдет, телефон профиксит. У меня смысл не его разогнать, а показать, что я слушаю своих подписчиков. И на одном из стримов недели три назад меня просили рассказать про телефон. Я вижу, что не особо этот отклик нашло. Ну, за отклик все равно огромное спасибо. Обязательно буду что-нибудь еще рассказывать, но про такое же эпичное, скорее всего. То есть про что-то проходное рассказывать не стану. Дальше, как с батареей 4500 махов, Mediatek горячий проц, печка, да, ничего не поменялось. Жду обнову на R6 с 9 Андреем. Любишь фирму JBL? Iced Good Pro. Я считаю, что JBL это слишком дорого и не хотят они снижать цены. Хотя на что-то снижают, но довольно так слабовато. Очень плохо на данный момент, я считаю, это Samsung и Sony в плане звука. В плане всяких наушников. Очень много негативных отзывов, их постоянно чистят в интернете. Почему-то у топовых каналов никаких разносов их наушников нет. А в основном я рассказываю про наушники. Часы у них лагают, те, что я трогал. Понятно, что сейчас очень многие напишут, что «Чувак, у меня там самсунговские часики, они топ». Я не верю. Не верю. Потому что те часики Samsung, которые я юзал, а после 100 тысяч подписчиков я обязательно о них начну рассказывать. Уже рассказывал, почему после 100. Они не топ. Вообще не топ. Никак не топ. Когда проводные уши до 10 долларов, какие проводные уши до 10 долларов посоветуешь для игр? Любые. Rockspace у меня были на обзоре. А куда ты деваешь телефоны, которые попадают на обзор, если не секрет? Перепродаю CQL. Попадают, я их покупаю. Заказал на AliExpress глобалку, предзаказ. Как ты думаешь, когда мне вышлет китаец? Пока жду лайк с меня. Думаю, после 26 сентября. Доброго вечера, спасибо за обзор. Алекс, вам спасибо за то, что смотрите. А что из наушников можешь посоветовать с APTX-ом? А их не так много было. Funkel советую. Наушники Funkel AI. Так, дальше. Можешь подсказать, где лучше звук? У QCY T3 или Y200? QCY T3 лучше, хотя они выпадают из ушей, и ни те, ни другие наушники я не использую. Дальше. Скажи, какой спор выиграл за донат... Какой спор выиграл за донат сообщение? Алексей Гафнер? Нет. Нет, это секрет. Автор челка сильно меньше, чем в Note 7. Не-а. Вот вы можете сравнить. В принципе, дистанционно. Она просто другой формы. Просто капелька другой формы и все. Я бы сказал, что по объему она такая же. Просто вытянута. Так, я пропустил, сколько в Antutu набирают. 282 тысячи набралось. Дальше брать 8 Pro сейчас или ждать 9, который допилят. Я думаю ждать 9. Ну, может, ждите 9. Я не знаю, когда его выпустят. Возьмите 8 Pro. Только не меньше, чем 6 гигабайт оператива. Подбородок. Все окей. А, подбородок меньше. Притом значительно. Тоже можете увидеть. В 2 раза меньше подбородок. Побольше обзоров и сравнений этого телефона с другими. Будет топ-контент. Искандер, вы сильно ошибаетесь. Люди не особо интересуются телефонами. Во всяком случае, с каналов, которые они считают не авторитетными. А когда у тебя меньше 100 тысяч подписчиков, когда люди выбирают телефоны по там, 20 тысяч рублей, они не будут прислушиваться к маленьким блогерам. Да, вы, может быть, они прислушиваются к маленьким блогерам про уши. Может быть, еще про часы. А телефоны, ну... Не знаю, в основном у меня негатив от телефонов. Обязательно сравню, но не сегодня. Слушай, что можешь... Опять же, смысл сравнивать семерку и восьмерку. Вот сейчас я официально заявляю, пока глобалки нет, но это будет избиение семерки и восьмерки. Учитывая, что цена в 2 раза дороже для меня, во всяком случае. Я купил этот за 9500, этот за 20. Что можешь желать... Можешь жалеть, что взял 7, а не 8. Да, жалею. Слушай, что можешь посоветовать? Ждать и брать глобалку этой модели или же купить Mimix 2S? Может быть, опыт с ним был? Нет, я не советую двойку брать, потому что он старенький уже. Это не глобалка, это китайская прошивка. Глобалки еще нет в продаже. Не жирей. Окей. Лучшая камера в каких смартах? P20 Pro, P30 Pro у Huawei. Это, опять же, мое мнение субъективное. Плюс любые айфоны. Любые. Дальше, Pocophone 2 будет или он лучше? Думаю, Pocophone будет, конечно же, лучше. Antutu версия 7 или 8? Не знаю, сейчас посмотрим. Что лучше купить до 20 тысяч? Наверное, этот телефон. Я прислушаюсь к тебе, ты как свой пользователь, простой народный пользователь. Спасибо. Знаешь, когда выйдет Redmi 8? Понятия не имею. Взял семерку, а тут вышла восьмерка без подбородка. Вот что за пруха. Да, зачем менять все эти... Телефон звонит. Видео можете смотреть, можете играть, можете. ТЧК.
Есть деньги, да, покупайте что-то дороже. Нет, да и черт с ним. Что думаешь о Mi Note 3? Ничего, я их не тестил. Что можно игровой за 10 тысяч? Ничего, к сожалению. Чуть-чуть добавить можно Redmi Note 7 на 4 гектара взять, но он тоже будет, мне кажется, подлагивать. А дальше. Не забываем прожать лайк. Давайте хотя бы до 555 лайков прожмем. Будет красивая циферка. Особенно для тех, кто только-только пришел. Марат, счастливо. Антун туда уже запускал. Улукбек 282 тысячи набрала. И сейчас еще раз после стресс-теста я вам покажу по данным, какие данные они показали. Скузи. Так, коротко. Что думаешь, Note 9 или 10 будет безрамочный? Нет, не будет безрамочный. Еще не скоро будет что-то безрамочное от Xiaomi. Что скажешь насчет AirPods 2 и Mi 9 SE? Все круто, AirPods всегда круто. И это печально. 5 главных отличий от семерки. Вот сейчас вообще понеслась душа в рай. Сами видите. Видите, что с ним произошло? Сказать, что это стресс, это ничего не сказать. Вот у нас оценка в Antutu. Antutu у нас версия 8.0, в рейтинге мы, я бы сказал, на дне с этим телефоном. Но если не на дне, то близко к этому. Он чуть-чуть лучше, чем K20, но хуже, чем 9X Pro, хуже, чем Oppo, S9 Plus и хуже, чем много еще чего, как вы прекрасно можете видеть. То есть вот такая вот печаль. Что вы хотели, чтобы я посмотрел в настройках? Пишем. Пока стрим еще идет. 555 лайков. Давайте, други. 120 человек. По-любому есть кто-то новенький. Какой смарт посоветуешь для мамы в районе 13-18? 128 гигабайтами. Норм, камера, аккумулятор. Спасибо большое. Алишер, берите такое. Придет глобалка, будет радость. Этот на MediaTek? Да. Можно еще раз показать характеристики для тех, кто не видел. Вот, для тех, кто не видел, пожалуйста, характеристики полностью телефона. Думаю, будет полезно для многих. Во всяком случае, сможете стрим поставить на паузу потом и базироваться уже на вот этих данных реальных, потому что everybody lies, и на заборах много всего написано. Как вы видите, прекрасно, по-моему, здесь даже написано, сколько он поддерживает. Или нет, я на индийском сайте нашел, что максимально поддерживаемая память 256 гектар. Что еще интересного? Да ничего. Так, что я должен был посмотреть в настройках? Рассказываем. S10 от Samsung норм. Хотя они, если честно, с Samsung перемучили. Будет тест на водоустойчивость только после того, как сделаю все тесты с этим телефоном, может быть. Как звук из динамиков? Но для этого мне нужно скачать какую-нибудь песню. Song сейчас... в принципе, вообще все пока очень печально, как вы замечаете. Так, английский. О, музик. Music. Может быть, найдет что-нибудь. Колхозно, кустарно. Секунду. Звук проверь, хороший аппарат. Окей. Так, пока все будет грузить очень долго, потому что у нас одновременно стрим. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то он хочет из... Так. Так. Direction. Давайте попробуем One Direction послушать. На Байду. Понятия не имею, что это такое. Глобалки еще нет? Нет, 26-го. Учим чайни. Не-не-не, не хочу. Не хочу, лучше подождем глобалки и улучшим свой английский. Ох ты, йо! Официально, други, эта штука орёт нереально. Так, пока музыки нет. Ну-ка. Ну, орёт она точно максимально. А вот насчёт каких-нибудь клипов сейчас посмотрим. Запись разговоров, набор фортепиано. Байду, китайский инстаграм. Может быть. А Note 8 Pro будет стоить так же, как и другие, на распродаже по цене. Да не будет он стоить так же. 6-7 тысяч. Я 8,5 брал. 9,5 за Redmi Note 7 суммарно.
Так, это, по-моему, их перепевают. Очень хорошо, хороший звук. Даже плохих записей. Так, давайте One Direction на этом YouTube. Так, на 116 не забываем ставить лайки. 158, давайте, ой, 555 лайков доберем. Так, One Direction Music, YouTube Music. А у них, может быть, он забанен или в чем дело? К сожалению, я первый раз пользуюсь вообще китайской прошивкой. И даже не извиняюсь, я вас предупреждал, что с телефонами у меня пока не то чтобы беда, но я их не тестил. О, во. Так, у обычных... Так, меня еще забанят за это дело. Давайте, в общем, очень все круто. Со звуком все нереально круто. Вот. Дальше. Я же говорил, что прокачанные динамики просто топ. Динамики огниво просто. А дальше давайте в Antuntu. Еще раз. Еще раз бэчмак или что? А, в настройки. Все, давайте. А, пока не пишите ничего, пока Евгений попросил посмотреть в настройках экран блокировки и пароль. Так, локскрин. Дальше. Пароль дополнительной настройки. Так. Локскрин, локформат. Я пока не вижу, где здесь. Другая информация у локскрина? Нет. Смотрим еще. Клок-формат, понятно. Ленч-камер, паспорт and security, может быть. Угу. Так. Дополнительные настройки, режим чехла. Нет, я не вижу их. Еще раз. Настройки. А, просто. Понял. Настройки. Экран блокировки. Ну нет, не, нету. В общем, функции чехла. А. Pocket Mode. А, нет, может быть, вот этот Pocket Mode Lock Touch gestures when placed in the pocket. Хотя, мне кажется, это другое чуть-чуть. Password and Security. Второе пространство. Локация. Face Unlock. Кстати, еще раз, есть, конечно же, разблокировка по лицу, есть разблокировка от Bluetooth девайсов, от принтскрин, ну, от пальца, и все. Вот, если кратко, то так. Дальше, китайский маркет, проверь зум камеры, плиз, макро. Ох, давайте. Еще раз повторяю, что камера на 60 мегапикселях лагает очень жестко. Зумом, ага, на 64 мегапикселя зум не поддерживается, товарищи, сразу. Дальше с обычного зума в 10 раз зум. На обычных фотках зум в 10 раз максимум. Вот в стоке, в прошивке китайской. А нет, даже 6 видео и 10 фото. Вот. Как бы так. Pocket Mode – это приложение для Android, которое блокирует ваш телефон при наведении курсора на датчик приближения. Вот, спасибо. Теперь буду знать. Дальше. Звук, огонь, камера, огонь. Да. Спасибо. Пожалуйста, что там за интеграция с блицами Вов? И будет ли коллаборация или чехол, коробочка и хави, и хватит? Так, ничего не понял. Ничего не понял из того, что вы сказали, но окей. Что лучше взять, Redmi Note 7 или Redmi Note 7 Pro, либо Redmi Note 8 Pro? Конечно, Redmi Note 8 Pro подождать. Потому что телефон, я считаю, что его допилили после семерки. Это очень похожая штука на семерку, но его реально допилили. При зарядке от ноутбука даже так разряжается. То есть 10% осталось у нас. Я обязательно достану сейчас блок для зарядки, но попозже. Что за попугай на столе, сколько в рублях? Вот попугай вообще очень дорого стоит. Он выходит в, по-моему, 3000 рублей. Вот эта штука тоже трешка, вот это дешевле. И у меня еще есть в обзорах обезьянка, там она 1,5 с Алиэкспресса. И этот, носорог, тоже 1,5. Так, сделай ближе. Зачем тебе зарядка? Ну, затем, потому что у него 10% заряда осталось. Вот, можете хорошенько рассмотреть, кстати, телефончикус. Слот для симок.
принципе, уже, по-моему, даже чуть-чуть... Не, не, не поцарапался, но заляпался. Можно ли скрыть программ на каплю? Можно. Игрушки за цены, мячик за 5000 евро 2012-го. Круто. Спасибо. Съемка видео на Redmi Note 6 шикарнейшая. Связи со стабилизацией. Нет, на видео, если не 4К, нормально все. Я смотрел и примеры. Могу сейчас, в принципе, поснимать. Ну, давайте попробуем. Даже, ну, стабилизация огонь. То есть я сказал, что лагает 64 мегапикселя, но видео просто топ. Вот на данный момент то, что я вижу, видео относительно семерки просто топ камера. Так, у обычного Note 8 нижний подбородок такой же маленький, как у Note 8 Pro, понятия не имею. Этот Note 7 рядом, да, Note 7 и Note 8 Pro. Мы с вами гоняли на стресс-тестах их. Что-то лайки только исчезают. Добиваем до 555 лайков, други. Дальше что у нас? Сейчас 5 секунд, я ухудшу сейчас связь, потому что я сейчас подключу телефон, с которого веду стрим на зарядку. Он уже разрядился практически полностью. 5 секунд. И в этот раз у нас не будет стрима, на котором просто стрим закончится невзначай. Потому что все-таки неэтично это с Redmi Note 8 Pro убивать стрим. Так, игры проверяешь? Давайте проверим. Но я не знаю, как здесь установить игры. Так, давайте посмотрим через что. Через кто? Что, PUBG? А PUBG, по-моему, в Китае не работает. Что в Китае работает? Пишем. Глянь сообщение выше, я там вопрос на 4 сообщения настрочил. Давай, 5 секунд. Может, скопируешь еще раз? Не вижу. Не вижу, может быть, даже заблокировал. Иногда YouTube поедает сообщение. Fortnite, он здесь работает? Так. Ну, ищем. Ага, нету его. V-Game только есть. Давайте что-нибудь другое, может быть. Посмотрим. Что взять? Давайте вот это какая-то драчка. Звук ухудшился. Звук еще как ухудшился, потому что, к сожалению, мне пришлось отключить микрофон, чтобы заряжать данный телефон. Скажете, что если звук будет полным хламом, стрим закончу, в принципе. Но на данный момент, пока я думаю, меня слышно, я просто погромче буду говорить. Слышите, PUBG Tencent, надо авторизоваться в пингвине, забей, не получится без ID-карты китайца. Окей, спасибо за инфу. Греется ли телефон в играх? Он на стресс-тестах греется до полтинника, я уверен, что в играх он греется тоже. Не может он не греться в играх при прочих равных. Так, сейчас чуть-чуть будет подлагивать стрим по той причине, что мы сейчас с вами качаем игру для того, чтобы я рассказал вам об этом деле. Что там, нет 3 мм в стриминговом телефоне? Нет, к сожалению, здесь вообще в этом телефоне, это P20 Pro. Вы имеете в виду мини-джек? Мини-джека нет. Есть ли сейчас смысл брать Honor или Huawei? Я люблю Huawei, я бы взял Huawei. 104-105 человек, не забываем проставить лайк, добьем до 555. Есть разветвители для таких случаев? Да, я в курсе StartGate, а у меня, кстати, он есть. Ну, с Кузя. Только Note 7 сильно хуже 8 Pro. Да, сильно. Так, Fortnite можно скачать на официальном сайте Epic Games. Окей, обязательно скачаю. Дальше. Еще раз напоминаю, что у нас на обзоре Redmi Note 8 Pro. Не забываем проставить лайки для новеньких, не забываем подписываться на канал. На канале только быстрые обзоры и ультрадолгие, как вы можете заметить, стримы. Опять же, исключительно под такие топовые вещи, которых пока нет на YouTube. Возможно, что-то я не скажу, но что вы у меня спросите, я покажу, во-первых. Во-вторых, во время стрима вы можете, во всяком случае, увидеть полностью характеристики данного девайса, что немаловажно, и узнать о нем какие-то основные вещи. Основная вещь, я считаю, сегодня – это фотка. Фотографируют, когда телефон подлагивает на 64 мегапикселях, но когда телефон снимает видео, он просто топ. Скорее всего, это будет чуть ли не основной телефон теперь у меня для обзоров. Когда ты растешь до супертехноблогера, есть желание идти до топа СНГ-техноблогера? Никогда, и мне не важно. Я не знаю, как вам объяснить, мне важно, чтобы меня смотрели. Для меня важно, когда вы пишете спасибо.
Вот я клянусь, для меня очень важно, когда мне пишут спасибо, и это не в желании какое-то угодить, а желание, чтобы быть полезным, потому что последние, наверное, лет 15 своей жизни я полезен своей семье, но работа, я считаю, моя бесполезная. Может быть, я какой-то и нигилист, или не знаю, или негативщик, но бесполезная у меня работа, и если я хотя бы своим хобби чем-то людям помогаю, это очень круто. Так, дальше. Honor 10 нет ширика. Толстые рамки по сравнению с конкурентами выглядят архаично, но можно купить за недорого плюс неплохое железо. A40 безумно нравится оболочка Samsung, как и сам смартфон в целом. Самый дешевый вариант также радует оплата эмуляции магнитной ленты карты для терминалов без NFC. Однако проц в нем слаб. Сколько он стоит в Китае? В Китае я купил через товарища за 20 тысяч через перекупа. Это китайская версия. На Алиэкспрессе можете по ссылке в описании посмотреть. Я не с Алика заказывал, мне нужно было, чтобы рассказать первым, поэтому через товарища. Был тест 284 тысячи, 282, все правильно. В инженерном меню можешь посмотреть бренда? Что посмотреть? Давайте я выйду, а он будет качать, я думаю, да? Да, он будет качать, должен. В инженерном меню это, наверное, правильно. Я правильно помню, что сначала у нас... Конечно, я был морально не готов. Не то чтобы к таким вопросам, но как минимум к прошивке. Legal information, open source. Так, это лицензии. Да, лицензии мне не нужны. Что у нас? Сертификация, backup, девайс, память. А, ну в принципе мы можем, кстати, еще здесь характеристики посмотреть, кроме Antutu. Все специфики... Вот. Полностью характеристики для тех, кто пришел только что. Вот такой вот телефончик. Здесь он, кстати, показывает, что 113 гигабайт свободно. В то же время в Antutu показывает 106. Очень странно, перепроверю. Оперативки 8, Octa-Core Max. Процессор на 2 гигагерца. И вот такая вот дребедень. А до 50 градусов он у нас с вами грелся во время тестов. Ты на него обзор на канал будешь снимать? Конечно же, да. Я думаю, в ближайшую неделю. Привет, пробовал Mi A3? Нет. Не пробовал еще что-то бюджетное на замену Redmi 4. Хочется голый Android. Попробуйте Redmi Note 7 на 4 гектара. Спасибо за стрим. Вам спасибо, что смотрели. Добиваем до 555 лайков. Каждая работа должна оцениваться. Спасибо, Диана. Я считаю, что моя работа оценивается. Просто я считаю, что она бесполезна. Вот и все. А с зарплатой у меня все хорошо. Лагать он будет года через пол, когда термопаста превратится в хлам. Может быть, Элик. Дальше. По дизайну с Redmi Note 7 почти одинаковые, кроме подбородка. Ты сказал, да? Нет. Это восьмерка одинаковая. 8 Pro абсолютно, ну, как я считаю, довольно сильно отличается. Во-первых, углы. Во-вторых, ну, вроде бы у восьмерки тоже углы, но камера находится в другом месте. Плюс мини-джек в другом месте расположен. Плюс он сам больше. Вот, и, в общем, вот кратко так. Так, ай как просто закрыли. Я не в курсе, вы уж простите меня, у меня нет времени на чужие стримы, у меня на свой-то стрим времени нет. Дальше. Задай Сане этот вопрос ВК и ФБ, но сам понимаешь, очень много СМС. Да вроде норм все. По термопасту брешет даже КПВТ держится года два. Да, но в ноутбуках я советую термопасту менять довольно часто, потому что у меня ноутбук лагал очень сильно. Мой канал, если честно, мой канал просто накроется, если мой ноутбук полетит. Потому что на ноутбуке супруги от Xiaomi, конечно, я смогу рендерить, но это будет очень мучительно. Если сейчас я делаю обзор около 7-8 часов, то там нужно будет сутки, наверное. Вилсу закрыли, но я не особо расстроен, все будет круто. Еще 5 лайков и 555. Спасибо большое. Очень крутая цифра, 550 лайков. Кто не подписан, подписываемся. Здесь у нас стрим такого маленького канала на Redmi Note 8 Pro. Практически уже очень с многим за 2,5 часа разобрались. Спасибо, товарищи, что помогли. World of Warcraft Mobile, что он будет предустановлен сразу. А мы сейчас проверим. Пока что-то грузится. Нету. В предустановках нету World of Warcraft, есть вот все, что есть в предустановках. FM-радио есть. Еще раз напоминаю, под конец, наверное, ну не под конец, может быть и не конец будет. Так. Не, ну качество видео просто топ. Я не ожидал. То есть камера на 64 мегапикселя лагает, качество видео сейчас топ. Немного расстроился, что взял Redmi Note 7, а у вас 8 подбородок ниже, аж проголодался. Спасибо за стрим. Вам спасибо, что смотрите.
какая прошивка стоит, показывал уже раз 30. Android 9 и 10 MIUI. Дальше. Может, зайдет в... так, ага, хорошо, сейчас попробую, зайдет он в инженерное меню или нет. Звездочка. Подождите. Звездочка-решетка. 364-66, 364-66, 33. Звездочка-решетка. Надеюсь, это не штучка для... Нет. Вот так вот. Нельзя. Это спецверсия с Варкрафтом, а это обычная. Даже упаковка и коробка другая. Понял, буду знать. Не набирая, то сломается. Не сломался. Дальше. Удачного стрима пока. Вам счастливо. Не забываем ставить лайк для вновь прибывших. Это Redmi Note 8 Pro. Мы его тестируем сегодня. Весь стрим уже почти 3 часа. Пытаемся скачать игруху. И я думаю, после того, как мы чуть-чуть поиграем в игруху, стрим закончится, потому что основное мы уже поняли. Девайс годный. Под мои нужды камера топ. Для фоток нет, для фоток буду также iPhone использовать. Для съемки видео, да, скорее всего, чехлов у меня пока нет, хотя уже заказал. Когда выйдет на рынок, не раньше, чем через месяц, потому что 26-го глобалка. Это ручка Stick от Bezos, никаких обзоров на нее не было. Кому надо, в ВК скиньте, скину ссылку. Дальше. Король умер, да здравствует новый король, конечно. Какие у тебя телефоны рядом? Redmi Note 7, для сравнения как раз с Redmi Note 8 Pro. И ваш этот Huawei P20 Pro. Плюс у меня есть еще iPhone 7, но я его не буду показывать. Дальше. Как это для фоток нет? Ну, потому что подлагивает пока. 64 мегапикселя. Щупал ли экшн-камеру от Xiaomi? Щупал, у меня был на них обзор, мне очень не нравится она, потому что я после этого... Ну, сначала я был рад, потому что это была моя первая камера. Потом я протестил GoPro и понял, что GoPro топ. Дальше нажми звездочка, решетка. Так, окей. Звездочка. Звездочка, решетка. 0.6, решетка. Пожалуйста. Это вам зачем, Эмэй? Как бы вот так. Софт это другое дело, да. Да, это то же самое, что меню разработчиков Диана, но я просто пока сейчас не понимаю, как сюда зайти. Вот. Можно сейчас еще похимичить, но опять же это будет так. Так. Я помню, что на сборку несколько раз нажимаешь, оно разблокироваться должно. Только я не могу найти здесь сборку. Сейчас, секунду. Сборку андроида как только находишь... На обычном андроиде. Угу. Вот, вроде бы получилось. Статус. Понятно. Вроде бы получилось, товарищи. Сейчас посмотрим, где у нас... Так. Ты уже заказал QN2? Пока нет, может быть, скоро. Можешь проверить сканер пальца? Легко. Работает от правого пока. Вот только с четвертого раза, хотя до этого было просто топ моментально. И здесь с первого. Может быть, приложил просто плохо. Здесь с первого. Не забываем ставить лайки. Может быть, до 600 добьем. Все-таки нас 100 человек. Дальше не надо искать спецменю. Так, секунду. Да все сейчас найдем. 5 секунд. Я его, во всяком случае, уже разблокировал. One-handed languages. Так. Пока только английский есть. Но это и то неплохо. Угу. Физическая клавиатура. Так. Китайская клава. Ладно, не будем об этом. Не стану себя расстраивать. Так, зайдите в настройки, версию MIUI. Я уже открыл меню разработчиков. Я не понимаю, как в него отсюда попасть дальше.
То есть я уже открыл версию меню разработчиков и где она? Я не понимаю, куда здесь тыкать. Так, 9%, ладно, черт с ним. Подождем еще чуть-чуть загрузки игрушки и поотвечаю давайте на вопросы. Приложение на SD-карту устанавливать можно? Да, конечно, можно, я уверен, что без проблем. Спасибо за стрим, еще раз спасибо, набери на трубке. Так, Стас Гейт, вы пытаетесь окирпичить мой девайс на версию ядра, нажми несколько раз, я уже нажимал. Вилсаком или Дроидер Шоу? Дроидер Шоу понятия не имею, что такое. Вилсаком точно нет. Дальше. Так. Ну, давайте попробуем. Device Model. Дин-дин-дин-дин. All Specifications. Это камера. Процессор. Да вроде бы я уже ее вскрыл. Ладно, все это мелочи жизни. Дальше, датчик приближения работает нормально? Пока не тестил, вроде бы да. Но нужно по-нормальному его протестировать, потому что то, что мы сейчас делаем, это так, это все довольно кустарно. Но какие-то выводы мы сделали уже. И я думаю, я понимаю, что в расширенных Элик ушел из танков. Но куда мне здесь тыкать? Я вот сейчас в режиме экстремального ошпаренной кошки на стриме почему-то не могу понять, где здесь прошивки уже открывшиеся. Расширенные настройки, настройки разработчика. То есть я с этой прошивкой дела не имел, поэтому подсказать. Если можете подсказать, давайте. Что лучше Redmi Note 8 Pro, а не Redmi Note 8? Конечно, потому что Redmi Note 8 Pro это практически копия Redmi Note 7, даже внешне. Опять же, по моему мнению. Дальше. Дальше на 120 человек, может, до 600 лайков добьем. Будет очень приятно для меня и, я думаю, для вас поддержать канал, потому что канал может быть, по моим меркам, уже и большой, но недостаточно большой. Пусть станет побольше. Что лучше взять, обычный Redmi 8 или подкопить на Pro? Однозначно на Pro. Еще раз подытожу, что по поводу телефона мы с вами узнали. Мини-джек есть внизу. Быстрая зарядка 18 ватт есть, за час на 50% заряжается. Камера на 64 мегапикселя, пока режим отдельный на 64 мегапикселя, подлагивает, но видео снимает отлично, фотографирует в обычных режимах тоже, по-моему, отлично. 120 человек могут 600 лайков поставить? Нет, здесь же кто-то, антивайпер приходит, ставит лайк и уходит. Попробуй слово «мо» рукой помахать, плиз. Окей. А, вы имеете в виду, я не понял, поснимать слоумо? Сейчас поснимаем. Сейчас выйдем в слоумо. Про режим. Ага. Это про, панорама, портрет, фото, видео, шот видео, слоумо. Ага, вот здесь у нас слоумо. Меняем 120 FPS, ставим. Ну, товарищи, сказать, что это очуменный аппарат, это ничего не сказать. Он даже слоумо стабилизирует. То есть, как бы круто. Так, смотрим, получится ли у нас запустить какую-то игрушку. Окей, чего-то там окей. Apply, low. Дальше. Стоит брать или нет? Переживаю за МТК. Ну, будет греться. Мы проверили уже с 3 стресс-тестов, он греется до полтоса. Разряжается довольно быстро, но сейчас посмотрим, до 5% дойдет. И после того, как он пройдет до 5%, мы с вами благополучно что сделаем? Правильно, поставим его на зарядку от блока. Дальше. 596 лайков. Может быть, добьете до 600. До 46, Димыч, да еще раз тебе повторяю, что вот эта вот штуковина, погрешность градуса 4. Вы же согласны со мной? Ну, или, ну хорошо, 46. 46 вот этим вот кустарным прибором. Кстати, сейчас он показывает всего 36 градусов здесь и довольно 38 здесь. Так, ага, он еще докачивает гектар на обнову. Думаешь делать обзор на Redmi? Думаешь, будет Redmi 8? Может быть, будет. А в чем проблема с МТК? Греется. Да, на данный момент аппарат огонь.
Нас 140 человек, не забываем ставить лайки. Спасибо, что смотрите. Зайди в телефоне и тыкай на версию ядра для инженерного меню. Окей, сейчас протестируем мы игрушку, которая скачается, я думаю, надеюсь. Уже 120 метров скачалась. 15 секунд, подождите, я сейчас притащу блок питания с быстрой зарядкой по той причине, что данный блок у меня, точнее ноутбук у меня не вывозит. Так, блок зарядки я принес, Xiaomi-шный. Посмотрим. Надеюсь, заряд есть. Ну-ну-ну-ну-ну. Какой-то заряд есть. Думаю, он побыстрее будет заряжать. Так, 10% есть. Ей! Дальше. Почему не используешь комплектный блок? Потому что, первое, мне переходник надо искать. Второе, я прибежал с работы, мне супруга помогла сфотографировать этот аппарат. Единственное, что сделал из коробки, это я его достал. И все, и вот сейчас делаю обзор на него. Точнее, стрим. Уже в течение 2 часов 45 минут. Так, менять мне Redmi Note 7 на 8 Pro. Да, менять. Так, за сколько на Алике можно взять? Я думаю, в районе 18. Смартфон игровой или камерафон? Я думаю, лучшие фильмы, что это два в одном. Хочу проверить FPS в Fortnite. Ну вот в чем есть, в том есть. Fortnite вроде бы нет. Димыч, здесь все. Дальше. Я накоплю на телефон через 4 месяца брать. Думаю, да. Почему нет? Он тем более подешевеет значительно. Ну, незначительно, но процентов 15 точно подешевеет. Проверьте громкость разговорного динамика. Алик, я уверен, что он отличный. Потому что динамики мы с вами проверили, они гигей какие. А что лучше, Redmi 8 Pro или Mi 9T? По-моему, 9T. Выпустили отдельный ролик с двумя-тремя прогнозами в прогонами в стресс-тестами с замерами температуры и часик в игре. Потестить можно, периодически показывая FPS и температуру. И будут тебе просмотры в ангуе. Элик, окей, 9T или 8 Pro? Что лучше, Redmi 8 Pro или Mi 9T? Я думаю, что... Уже устал говорить. Mi 9T, наверное. За сколько на Алике можно взять с оперативкой в 6 гектар? В районе 17-18. Глобал будет 26 числа. Как думаешь, насколько за год цена упадет? Я думаю, что через год его уже будет, не знаю, за 1015 можно, за 14 купить. Mi Mix 4 не рассматриваешь, а он пока еще не вышел. Почему менять, чему так думаешь? Не понял. А как музыка? У меня Redmi 5 плюс плохая. Но вот сейчас мы пробовали динамик, просто великолепная музыка и качает звук, и гигей как. А что по поводу слуха? Что он может потушить свечку? Думаю, может. Почему процент ТК плохой? Потому что он греется. Лучшие фильмы? Пожалуйста. Менять Mi 8 на Redmi Note 8? Только если на Pro. Так, 9 SE, не знаю, вот насчет 8 Pro и 9 SE, скорее всего 8 Pro, если в топе. Redmi в 8-гигабайтной версии. Redmi 8 выходит с 5000 аккумулятором. Нет, 4500 аккум у него. Есть ли у него беспроводная зарядка? Нет. Какая будет цена? Уже он продается за... Я купил за 20, вам реально, наверное, купить будет за... Опа, а он уже не заряжает. Зашибись. Мой аккумулятор сел. Давайте сейчас пробуем, тогда подключаем к ноутбуку и будем надеяться, что он не умрет. Дальше. Засветился Mi Mix 4. Я уверен, что он, да, рано или поздно будет продаваться, но это топовый смартфон. И это чуть ли не первый, да, это первый раз на стриме, когда я распаковываю данные аппараты. Если честно, ну, он неплохо зашел для зрителя. Посмотрим, сколько просмотров наберет данный стрим. Как бы так. Если доберет много, то, наверное, про телефон я еще буду рассказывать. Если мало, то, скорее всего, в таком формате вряд ли. Потому что, как вы видите, мороки довольно много. Доставать сырой аппарат, не зная, что у тебя будет и что людям рассказать, потому что информация в интернете очень сильно разнится по поводу него. Вот сейчас я уже знаю, что сказать. Знаю, что скажу, что камера отличная. Знаю, что скажу, что греется до 46, ладно, не до полтинника, с 3 стресс-тестов. Знаю, что на 3-м стресс-тесте уже довольно неплохо лагает. Тротлинг эгегей. И что я еще могу сказать? Что NFC в нем есть, но вроде бы Google Pay нет.
что мини-джек внизу, а не наверху, и это есть плохо. Могу еще сказать, что у него есть защита от воды, от влаги, по-моему, IP52 или 54, поправьте меня, пожалуйста. 8 брос, 64, 14 тысяч будет стоить. Будет круть. Пощупай его. Владимир Атавин, я его и так нащупал. А, вы имеете в виду... Ну, конечно же, он такой становится. Весь в отпечатках. И еще чего, еще чего. Что еще вам можно рассказать? Что... Ага, он уже прогружается. Что чехол довольно интересный. Я думаю, вы видели уже в других обзорах, что здесь есть такая вот штуковина, чтобы закрывать Type-C. Притом мини-джек здесь не закрывается. Довольно странно. Камера меньше выбирает, чем в Redmi Note 7 значительно. Он менее удобен в руке. Я пока не привык. Он шире и толще, чем Redmi Note 7. А Redmi Note 7 довольно большой. То есть, ну, я думаю, я привыкну. И очень хорошо стабилизирует эта штуковина видео. Что качаешь? Игруху скачаю для того, чтобы посмотреть, насколько она будет лагать, хотя телефон разряжен в хлам 7%. Я думаю, придется мне тянуть какой-нибудь зарядник к нему, более-менее приличный, потому что от ноутбука он заряжаться не успевает. Вот. Самые лучшие чехлы для Xiaomi – это Nilkin. Хорошо, буду в курсе. Я, во всяком случае, два чехла под этот телефон заказал и, возможно, скоро расскажу о них. Ну, не о них конкретно, а расскажу, когда буду рассказывать о телефоне, еще расскажу заодно о чехлах. Вот, кратко так. Сейчас попробую подключить телефон к нормальной зарядке, но не факт, что у меня получится. Очень надеюсь, что у меня получится. Нет, не получится, зарядка сломана. А, печаль. Вот что значит делать горячие обзоры. 8 Lite хуже Note 8, по-моему, да. Так, и что он мне предлагает? Он мне что-то там предлагает с чем-то согласиться, я соглашаюсь. И чего? Через что-то он пытается у меня... Если не запустится, это будет печаль, но вы будете в курсе, что я попытался. Очень похоже на PUBG. Мне кажется, что это одна из версий PUBG. Вот. А что лучше... Самые лучшие чехлы, понятно. Что это за игрушки? Евгений, про игрушки скажу... Ага, он пытается меня зарегистрировать через... QQ, но у меня его нет. Надо выходить из этого дела и пытаться зайти как-то по-другому. Дальше. А это игрушки Xiaomi, они стоят безумно дорого, ну, относительно. То есть это около 3000, это около 3000, это около 2000 выйдет. И что еще? Да что ж за печаль? Вот. И единственное, они мне нужны вот для того, чтобы на стримах вас... чуть-чуть развлекать своими видами. Нравится, если то ставим лайк. Кстати, не забываем ставить лайк, нас уже 146 человек. Да, отлично. В общем, ни во что я не поиграю. Получается, зря я качал игрулю. Если мне никто не даст сейчас код, а мне кажется, что никто код не даст. Окей, настройки вылетают. Вот такая вот печаль. Кратко, игры не будет. Что думаешь о... Apple топ. Мужик, ты крут, просто знай это. Спасибо большое. Когда глобалка выйдет? 26 сентября. И нормально не поиграть даже. Пока да. 26 сентября будем играть нормально. Redmi Note 8 говно, греется сильно. Ну, относительно. Redmi Note 8 King на данный момент у меня сейчас с трех стресс-тестов грелся до 46 градусов. Fortnite ничего не идет, потому что я сейчас на китайской прошивке ничего не скачал, так как спешил очень сильно. И я думаю, вы прекрасно понимаете, почему. Потому что пока еще стримов с этим телефоном не было, да и я не думаю, что они будут. Вот. И я обещал подписчикам. Как бы просто я обещал подписчикам, хотя это не мой формат абсолютно. Антивайпер, спокойной ночи. 46 градусов много для трех тестов? Думаю, да. Максим, спасибо, что смотрите. Что скажешь о новых ноутбуках Asus на выставке IFA? Пока не протестил, ничего говорить не буду, потому что ноуты – это такая штука очень-очень-очень специфичная, что пока ты в ручках их не подержал, пока ты не прогнал в каких-нибудь тяжелых играх, не посидел в сетевушечке, не порендерил на них, все это слова. Греются они мрачно, собраны они всегда. Ну, представляете, что такое? Кто видел карту 1060 на 6 гектаров в обычном... GeForce-овскую, в обычном компе. Те, кто ее видел, они поймут, что реально GeForce-овская карта на 1060, как у меня сейчас в ноутбуке, в раза три толще, чем вот в ноуте. То есть греется он у меня так, что, ну, яйца греть, жарить нельзя, но очень бодро. Дальше.
Мое может разогреваться до 90. Мой может до 90 градусов ноутбук разогреваться. Там у них до 2080 карта. У меня не 2080. Но 2080 не такая уж супер крутая. Макс, спасибо. Димыч МТК, окей. Не забываем ставить лайк на 143 человека. Во всяком случае, за то, что я взял, купил, распаковал. Может быть, в каких-то моментах я и слегка ополошал с этим телефоном. Но вы, во всяком случае, знаете, как этот чувак выглядит, и я считаю, что выглядит он неплохо. Я считаю, что основной смысл вы поняли, что если у вас маленькая рука, наверное, я не советую все-таки, потому что мне, допустим, удобнее на Redmi Note 7 одной рукой управлять. Хотя я к этому тоже привыкну, но не особо хочется привыкать. От ноутбука одновременно работать и заряжать можно только не в тяжелых программках. У нас челка. Многие говорят, что маленькая, ничего, она не меньше, чем у Redmi Note 7 верхняя. Она просто объемом чуть-чуть меньше, точнее по выпуклости. А так она по объему такая же. Нижний подбородок значительно меньше. И прошка, конечно, сильно отличается от семерки, которую я хейтил. Восьмерку, к сожалению, хейтить я не смогу, но 10 недостатков у меня уже есть. Громкость разговорного динамика хорошая. Redmi Note 8 в РФ будет стоить 11 тысяч рублей. Кинг, вы уверены, что 8 гигабайт и 128 на борту будет стоить 11 тысяч рублей? По ядру тапни. Окей, Алексей. Давайте еще раз зайдем в настройки. Мой девайс. Девайс-модель. All specifications. Так я уже тыкал. Видите? Один шаг до того, как они начнут. Так, kernel, может быть. О, есть контакт. Пас. Так, check version info. Ну все, теперь вы сможете какие-нибудь телефоны продавать под моими номерами. Все рады? Так, пас. Так, fail. Так. Notification LED. Видите, можно выставлять яркость. Fail. Интересно? Так. Главное, напоминаю, 148 человек. Еще раз, у нас мата на канале нет. Тусовка маленькая, но дружная. И пишем обязательно ВКонтакте и Фейсбуке, что еще заказать на обзор. Телефоны не моя тема, поэтому сделайте скидку. Обязательно в этих делах буду разбираться. В ноутбуках, компьютерах разбираюсь. Телефоны это так. Вот могу рассказать, на что можно снимать обзоры. Вот на это дело однозначно обзоры можно снимать. Гироскоп в наличии. Ну, это логично. ОТГ-шка. Тест предлагает. Камера. Камера, захват, фейл, NFC. NFC предлагает карточку, пока делать этого не буду. Индикатор батареи, 8%. Вот, пожалуйста, про батарею все. Что вам интересно в данном... Так, charger test. Не буду отключать зарядку, потому что иначе он умрет. Real camera, ну-ка, capture, захват, в принципе, все норм. Magnetic sensor, все норм. Так, адрес Bluetooth, почему-то перекидывает в акселерометр. FM-радио есть, спикер. Так, знаешь, наушники Т1, как они тебе? Я не знаю. Лучший обзор, который я видел. Ну, Эдди, это не обзор, это стрим, но вот как бы так. Саша, 3 часа стрима, это круто, как смог. Нам хайп не нужен. Старт, гейт, я согласен, но мне нужны девайсы раньше всех. Вот за это я, образно говоря, душу готов продать. Почему? Потому что, ну, не душу, в плане негатив-то, видите, все равно какой-то буду топить. Но очень хочется рассказывать о чем-то первом. Прям вообще... И дело в том, что если вы посмотрите на YouTube, не обязательно, если ты рассказываешь первый, у тебя там море подписчиков. Просто интересно первому разбираться. Вот, допустим, я посмотрел несколько обзоров на этот аппарат. И, к сожалению, почерпнул два листа для себя всякой инфы, и половина из них деза. Что очень печально. За те 3 часа, что мы с вами провели на стриме, я больше узнал, чем в этих обзорах. Так,
Когда обзор на Amazfit GTS, скорее всего, наличие сенсора, скорее всего, в воскресенье. Может быть, раньше, может быть, на стриме. Если вы готовы к стриму, только давайте прожимаем лайки, если вам хочется на стриме, чтобы я вскрыл GTS. Хотя это может быть так же позорно, как вы помните, как с этими часиками. Можно рекомендацию на максимально заряженный бюджетный ноут? Спасибо. К сожалению, нет, Евгений. Что значит заряженный и бюджетный? Это не стыкуется в моей голове. Какой из них автономнее? GTS? Я не понимаю, о чем вы. Так. Какая версия Bluetooth? Просто интересно, можно ли подключить до... Да я уверен, что пятая версия Bluetooth не может быть другой какой-то. Так, так, так. Так. Memory total. Fail. А почему я fail ставлю? Pass. Fail. Дальше. Vibration. Ох ты. Вибрация неплохая, кстати. Очень даже неплохая. И, как вы видите, можно еще раз напоминаю, что настраивать этот огонек. Но огонек у нас индикатор только одного цвета. Прожимаем лайки, доберемся до 650, будет очень круто. Тогда Redmi Note 7 больше не актуален? Думаю, да. GPS-спутники. Окей, сейчас поищу GPS-спутники. Так, сначала с Bluetooth мы не разобрались. Bluetooth-сканер. Pass. Почему он не показывает? Ладно. Так. Dual Second, GPS. GPS в наличии. Fingersprint. Так. Ну все, по большому счету. Основные какие-то фишки мы узнали. Еще раз по суммарной информации. Стоит его брать? Да, уже вот сейчас, через 3 часа, 136 зрителей, я советую Redmi Note 8. Но опять же, Pro и опять же на максималках. И помним, что по большому счету он не такой топовый в плане процессора и производительности. Хотя, если честно, не знаю. Мне нужно от телефона что? Играбельность, то есть, чтобы можно было долбиться в тот же PUBG. Мне нужно просматривать фильмы, большой экран, но здесь огромный. Здесь просто топовый микрофон. И стоп, вот сейчас я приостановлюсь, хотя это стримы, нас очень мало, я не топлю ни за какие телефоны, я не рекомендую ничего к покупке, кроме того, что тестю сам. Вот сейчас я тестю его, он мне нравится. Нравится он больше, чем семерка, но опять же, семерка в два раза дешевле. Сейчас я использую Huawei P20 Pro, использую его из-за камеры. На данный момент, вот сейчас то, что я видел у этого телефона, здесь камера лучше и лагает она меньше. Для меня это важно, вот поэтому я пока рекомендую этот телефон. Но 10 фейлов я выгружу первым, чтобы вы не думали, что я какой-то засланный казачок. И потом я уже 20 фактов или 10 фактов об этом телефоне отдельно выгружу. То есть сначала я расскажу о его недостатках. Тем более процессор у нас топит сейчас 65 градусов, а мы особо ничего не делали, правильно? Что мы еще можем посмотреть? Еще раз по поводу девайса, тех, кто только пришел, нас... 137 человек, напоминаю, что вот такие вот характеристики, потом сможете свободно на паузе посмотреть или пересмотреть обзор. Дальше камера говорит мыльная. Нет, видео вот так снимает, я не знаю по поводу фотки. Скинь игруху с семерки по Share Me. Не сейчас, Алекс, я уже заканчиваю, меня и так, если честно, семья сегодня отругает. Меня двое суток дома не было, и завтра я опять уйду с утра, и черт знает, когда вернусь. Ставь PUBG через X-App ПК и Go, смотреть, как работает, если это возможно. Не сейчас. Скиньте мне в ВК, что с этим телефоном сделать, и обязательно на стриме в воскресенье, который у меня будет, добавлю это к обзору, скорее всего, GTS-ок. Но GTS-ки мы с вами будем обозревать для тех, кто посмотрит стрим полностью, только если у нас наберется 1000 лайков. Может быть, я, конечно, сам обману, но я очень надеюсь, что 1000 лайков у этого стрима наберется, и тогда мы с вами сможем... понастраивать GTS в онлайне. 8 гигабайт оператива не советую брать, на 30 долларов больше, а 2 гигабайта не решает. Макс Мэд, я так не согласен. 25 сентября будет глобалка, 26 вроде будет. 64 мегапикселя маркетинг, скорее всего, нет. Ну да, в том понимании, в котором я все время рассказываю об этих мегапикселях, но нет в плане качества фотографии, которую я сейчас видел. Но подтормаживает люто. Воскресенье розыгрыш, конечно, Юмиксон. Кидаешь лайкосы. Да, товарищи, не забываем ставить лайки. Давайте адское число наберем. Для религиозных быстро прожмем его и все. Вообще у меня любимая цифра 667. Я не знаю почему. Наверное, потому что в такой школе учился в Питере.
Дальше. На презентации песок сдували с воздухом с динамика. Был уже его тест. Да, сейчас мы включали динамик, кричит он: «Гигей, как, Олег? Просто люто». Скажи, что от лайков тебе. От лайков, Андрей, у меня SEO канала повышается. Во-первых. Во-вторых, для меня это понимание того, стоит ли продолжать данную линию. То есть, допустим, я пока делаю на стримах такие обзоры, но они раз энергозатратны. Вы понимаете, что эти 3 часа я мог бы делать новый обзор, который, возможно, посмотрели бы больше людей, и в котором я считаю, что у меня лучше все получается делать, чем вот сейчас при вас тыкать: «А, я не могу разблокировать телефон». То есть я готовлюсь спокойно, спокойно разбираюсь в девайсе и спокойно про него рассказываю. Сейчас я не совсем понимаю, стоит ли в таком формате, в котором я кусками чуть-чуть иногда выгляжу идиотом, продолжать свое общение со зрителями. Во всяком случае, стримы, да, это хорошо, но распаковки на стримах и обзоры на стримах – это довольно такая специфичная штука, я такого не видел, поэтому я пытаюсь это делать, пока я не вижу, чтобы был какой-то прям эффект от этого вау. Поэтому я спрашиваю лайков, вот и все. Кому не сложно, ставим лайки. 600 лайков – это рекорд для стрима. Юмиксон, вроде бы да, но я 3 часа ни разу не сидел. Я уверен, что если бы у меня был 3-часовой стрим, допустим, про наушники, мы бы 600 легко набрали. Он намного быстрее набирает уши. Как думаешь, он разорвет Honor 9X? Не уверен, но может быть да. А охлаждение работает? Не заметил, если честно. Спасибо огромное, я узнал из твоего стрима больше, чем в обзорах, которые я смотрел. Респект, 10 тысяч лайков тебе. Спасибо вам, Алексей, что смотрели. Не забываем ставить лайки. Может быть, дойдем до 667, мои любимые цифры. Новенькие, еще раз спрашиваем, что вас интересует. Может быть, я 10 тысяч раз это повторю, что-то, что уже рассказывал. Но для тех, кто смотрит стрим полностью, давайте я расскажу еще об вот этих штуковинах. Это игрушки для взрослых. 15+, стоят космос, запихиваются вот в такие вот кубики, в которые у меня уже сын запихал свои машинки, и раз развивают моторику, два фантазию, и три, что мне нравится в первую очередь, это то, что освежают какое-то рабочее поле. То есть вы ставите себе такую штуковину, и вам не важно, мне 35 лет, но мне приятно видеть вот такого чувака на столе, за столом, со мной. Дальше. Спасибо, так, будешь ли заказывать Mi 9 Lite на обзор? Все зависит от того, как все вот будет с такими обзорами, как сейчас. Если будут эти обзоры заходить, то, наверное, да. Если нет, то, наверное, я буду просто пилить обычные обзоры с тем, что у меня получается лучше всего. Это умные часы, телефон и наушники там с кроссовками. То есть это мой сейчас формат. То, что я пилил на телефоны, людям пусть даже нравятся, пусть их смотрят много, но эффекта от этого для меня ноль, в плане нет отзыва у продавцов. То есть я не могу покупать товары либо со скидкой, либо получать их первым. Если с наушниками, я уже считаюсь частично топом, и часть ушей, которые выходят, идут мне чуть ли не первому, то с телефонами я не знаю, когда я это смогу прострелить. Эту тему. Где продаются, с какой версии, стоит ли его сейчас брать? Сейчас везде продаются китайской версии, глобалки нет, будет 26 сентября. Можете брать через AliExpress, либо написать мне, я дам координаты человека, который продал мне 8-гигабайтный китайский за 20-ку. Дальше. С меня сегодня хватит, спокойной ночи. Юмиксон, огромное спасибо, что были, целых 3 часа на обзоре. Ренат, огромное вам спасибо за то, что смотрите. Купил вместо бипов MSFIT GTR. Поздравляю, Александр. Слышал, Медиатек греется как печь. Андрей, да, мы сегодня разогрели до 46 градусов с 3 тестов. Не особо много это, но довольно много. Саша Крутин, спасибо за стрим, спасибо, что смотрите. Глобал будет Google Pay? Думаю, да. Я думаю, что и здесь допилят Google Pay. У меня Google Pay стоит на Xiaomi Mi 4C Chinese стандарт. Поставил Google Pay в 3 клика. Скиньте мне, пожалуйста, ВК и Facebook, как вы сделали. Я буду очень вам благодарен. Так же, как Play Market. Что лучше, на твой взгляд, стероидный среднячок N8 Pro или недофлагман Mi 9T? Я бы N8 Pro стероидного взял, потому что мне сейчас очень понравилась камера. Я под впечатлениями. Пролайкайте. Число зверя – это тоже переборчик. Пожалуйста, до еще одного дополнительного лайка. ИК работает? Да, ИК работает. Китайская версия не будет работать с NFC и LTE? С LTE будет, я 99% уверен, хотя, опять же, процент оставляем, а насчет NFC посмотрим, думаю, да. Когда Богу придешь, агностик архангельский. Ах, Андрей, давайте без религии, здесь нет политики и религии, только так вскользь.
Что выбрать, Honor 9X Pro, A70 Mi 9? Жене нужна камера и батарея, норм внешний вид. Мне батарея более-менее прост для игр иногда, типа Mobile Legends, ну и экран желательно без вырезов, камера без разницы. Напоминаю, агрессор, что здесь нет мата. На канале за мат здесь мы баним. И спасибо за вопрос. Я считаю, что любой девушке, женщине, либо девочке, в первую очередь телефон стоит подбирать из разряда «давай, милая, сходим в магазин, покажешь мне, что тебе нравится». Вы уж простите, внешний вид здесь имеет значение. Готово, перелайкали, убираем. Нет, нежелательно. До скольки удалось разогреть? До 46 за 3, я уверен, что еще будет у меня возможность разогреть его больше. До 100 градусов я его разогрею, до 100%, когда я его... Короче, я его подключу и думаю, за 100% заряда с 6-7 тестов я перегну 55 градусов, надеюсь. У меня Asus Zenfone Max Pro M1 стоит. Стоит переходить на Redmi Note 8 Pro или нет? Не уверен. Что говорили, QCY, QS работает 3,5-4 часа, я уже больше часов, 4 часов пользуюсь. Stargate, все у вас зависит от того, какую вы музыку слушаете и на каких, на какой громкости. Извиняюсь за мат, не знал, только подписался. Агрессор, спасибо за подписку, я, конечно же, сначала предупреждаю. Никаких проблем с этим нет, просто на канале есть подростки, да и в конце концов мы люди взрослые, друг друга уважаем, кто-то будет пересматривать, кто-то слушать будет данный стрим, пусть он даже идет 3 часа, но я уверен, что такие люди будут, и не будем оскорблять их матом. Мата в нашей жизни хватает. Родной, подскажи, стоит ли брать SS9e, именно чино-версию, с учетом того, что я люблю кидать телефоны? Напишите мне в ВК, сейчас пока не отвечу. Всем спокойной ночи, пушка гонка к юзу готова, время покажет, что она из себя представляет. Да, я уверен, Дмитрий, что так оно и есть. Пропиши на канале за цензуру. Андрей, обязательно, но мне кажется, из моих диалогов и так ясно, что я матом не ругаюсь на канале. Быстро заряжается? Да, быстрая зарядка 18 Вт, но сейчас он подключен к ноутбуку, поэтому довольно долго. А Максимилиан, спокойной ночи. GCam работает, пока не пробовал. Hyper на данный момент, я даже Google Pay туда не могу установить. Точнее, Google Play российский. Он китайская версия прошивки, и я думаю, я химичить буду с данным телефоном еще долго. Вот. Мы даже ни одну игрушку пока не смогли затестить, но потому что все это экспериментально, экстремально, и на стриме в течение вот 3 часов мы разбираемся. Не забываем ставить лайки, 124 человека, может быть, добьем до 700, и это будет очень-очень круто. Для меня будет это просто 100% результат для стрима разбора Redmi 8 Pro 8 гигабайт по просьбам подписчиков купил. Обычно, конечно же, я покупаю наушники, но здесь я решился, что ладно, 20 тысяч, ничего страшного, выживем как-нибудь. Я матерные слова не буду употреблять. Спасибо, Андрей. Здесь же не детский сад, неважно. Вы можете в ВК или в Facebook мне писать что угодно. Как вы подписаны в ВК? Вы можете в описании к видео найти все мои контакты. Про ВК есть группа ВК, я там администратор, пишите. Можете в друзья добавляться, с удовольствием вас добавлю. Чувствуется ли какое-то отличие от Snapdragon? Да. Подлагивает. Тротлинг мы видели на третий раз, очень-очень серьезный, потом сможете пересмотреть. Могу еще раз включить. В принципе, 8-9% нам хватит для стресс-теста, я очень надеюсь. Если нет, ну, значит нет. Скорее всего, даже не хватит, но будем надеяться, что хватит. Еще раз. Будет ли работать в РФ? Да, он уже работает. Я вам в ВК написал по поводу ручки, заинтересовало. Окей, только зашел, не знал, что сегодня стрим Дмитрий, но я же обещал рассказать, как только мне Redmi Note 8 Pro придет. Обычная восьмерка будет? Дек, зачем? Это восьмерка практически реплика семерки. Быстрая зарядка будет в коробке? Да, если для вас зарядка быстрая 9 вольт 2 ампера, это 18 ватт, как меня учили в школе, то да. Я не знаю, я в некоторых обзорах видел, что она для кого-то не быстрая. Можете меня сейчас еще раз поправить, я уже раз 10 повторял это. Не забываем ставить лайки, 130 человек, может быть кто-то есть свежий. На канале много различных все время новых обзоров, чуть ли не каждый день, но я заявляю всегда 3 обзора в неделю, вместе со стримами это получается даже чаще. Порослые 2 месяца у меня было 60 обзоров за 60 дней. МТК не внушает доверия, их система охлаждения они просто довели до обычного состояния. Агрессор согласен. Удачи и спокойной ночи. Спокойной ночи, спасибо, что были на стриме. Как будет вообще какой вообще телефон рекомендую к покупке? Redmi K20, да, рекомендую. Засыпаем, Александр, лайкаем, Саньку, спасибо, всем мира и добра, я ушел. Алекс, огромное спасибо за 3-часовую поддержку. Он будет лучше снимать, чем Honor 9X? Ответь, плиз, видео, скорее всего, да. 9 вольт, 2А считается быстрой. Ну, а здесь 9 вольт, 5, если вольт, уже круто. 18 вольт он
ватт он может потреблять. Да, быстрая зарядка не портит аккумулятор, Ренат. Все это полюбень. Артем, спасибо за хороший формат. Я очень рад, что вам он подходит. Пусть нас немного, но мы в тельняшках. Опять же, все, что больше 50 человек, для меня просто космос. Спасибо, что вы на стриме спрашиваете, что вам интересно. 712, 730 или 90Т, не знаю. Думал брать Redmi 8 Pro, но сейчас буду 9 Mi Lite брать. Хорошо. Какие следующие наушники на обзор? Узнаете. Скажи, пожалуйста, скорее всего, Transmart. Скажи, пожалуйста, какими программами пользуешься для бега с исключением носимых устройств именно для телефона? К сожалению, как вы видите, я постоянно тестирую новые девайсы, и поэтому я пользуюсь разными программами, в основном MS-фитом. Стоит ли брать Prosho 664? Да. А камера лучше будет? Будет. Ладно, пока спасибо за труды. А может и не будет хайпера. Я не помню ваш вопрос, потому что вопросов очень много. Ладно, пока спасибо за труды. Счастливо, Алексей. OpenGaps.org. Зайди со смартами, и он сам определит, какой Google пакет тебе нужен. Окей. Спасибо. Насколько сейчас актуален Redmi 4A? Ни насколько. K20 или 8 Pro? По тестам, как мы заметили, K20 выдает больше. Но я бы взял 8 Pro. Телефон, привет, жаль, пропустил. Да ничего страшного, стрим останется, 114 человек, спасибо, что смотрите. Охлаждение работает довольно посредственно. 46 градусов за 3 стресс-теста, при том на третьем стрессе уже тротлинг был эгегей. Sileable S101 будет обзор? Уши, Илья, двухдрайверные. Да, Илья, был обзор на Sileable S101 на канале. На канале 300 обзоров, посмотрите, пожалуйста. Все очень маленькие. Я уверен, что что-то вас заинтересует. И не расстраивайтесь, когда я в конце часто не рекомендую девайсы, потому что у меня не рекламный канал, я не продаван. И даже когда я что-то рекомендую, в основном я говорю о недостатках, потому что о достоинствах говорят все остальные, так же, как реклама. Спасибо за контент. Вам спасибо, Вадим. В 2019 минимум 6 на 128 гигабайт нужен. Согласен. Нет, ну 6 гигабайт, можно 256 карточку вставить и все. Все, надо спать, спасибо за труды. Алексей, вам спасибо. Добьем до 700 лайков, 16 лайков осталось, други. Буду очень вам благодарен, если добьем. Лучший, спасибо за ответы, удачи во всем, до встречи. Счастливый, Ренат. А что там со стабильностью Wi-Fi? У меня постоянно отваливается на Redmi Note 4 MTK. Я сейчас на обзоре их вот тестю, поэтому ничего не скажу. Уверен, что ничего не отваливается, потому что даже на семерке не отваливается. Я не видел обзор, пойду искать. Или я просто в поиске на канале вбейте, все там просто. Что можете сказать по звуку в наушниках в семерке и восьмерке? Пока ничего. Вы имеете в виду проводные или без? На данный момент вот я в течение 3 часов его тестирую. Наушники я с ним не тестировал. Это просто Redmi Note 8 Pro, который я достал из коробки. И мы сейчас о нем общаемся. Гоняем его, разряжаем его, заряжаем, что-то там устанавливаем. Китайская прошивка, ничего интересного с ним на данном этапе жизненного развития не сделать. Батарею держит норм, Hyper, по моему мнению, да, 3 стресс-теста убили батарею всего на 40%, это не так космически. А любая новинка сыроватая, ждем обнов. Агрессора не любая, она сыровата в основном у Xiaomi. Xiaomi тестит девайсы на нас, но черт с ними, учитывая цену. Как ловит интернет LTE без BAT 27, комфортно ли пользоваться? Пока не знаю, я через Wi-Fi сейчас сижу. Все-таки думал сэкономить и взять Redmi Note 8 Pro, но нет, не буду рисковать, возьму Mi 9T. Окей, Redmi 6K Pro не приходит обновление системы, что делать? Понятия не имею, ждать обновления, может быть, еще не пришла. Либо прошивку переустановите. Будут тесты беспроводных зарядок? Да, у меня сейчас на тесте. Сейчас покажу, какая беспроводная зарядка. 5 секунд. От Милкина, довольно топовая. Потом, я думаю, вам она понравится. Вот такая вот зарядка у меня сейчас на тестах. Как только я ее протестю по-нормальному, я обязательно о ней расскажу. А дальше. Привет из Караганды. Привет. А там, по слухам, Dual Wi-Fi, который с LTE переходит на Wi-Fi. Это правда? Да, это правда по слухам, а в реальности я пока не проверял. Я очень-очень тоже смотрел, не очень-очень, я 7-8 обзоров посмотрел на этот аппарат, включая индусов, которые по-настоящему тестили. Индусы писали, что все норм, что это дело есть. Дальше. Благодаря стриму решился на Mi 9T. Артем, это хорошо, потому что мораль в том, что стрим не уговорил вас покупать Redmi 8 Pro, а смысл стрима как раз не в покупках, а в том, чтобы вы разобрались, что вам нужно. Вот. Хочу себе на Max 3 прикупить модуль и беспроводную зарядку. Окей, Redmi Note 7 все прошла, эра этого телефона. Считаю, что да. Скажи про CC9.
Ничего не скажу, не тестил я его. Вы имеете в виду Mi 9? Пишите полностью, потому что... А, Xiaomi Mi 9 SE. Думаю, да. Хороший телефон, Эмилим. Говорю, единственное, вот по поводу камеры. Камера мне понравилась безумно. Вот сейчас здесь, прям в стоке, это удивительно. Нереально плавный фокус, макро. Но это то, что мне надо для моих обзоров. Я обязательно скажу в воскресенье, снимал ли я обзоры, которые вы увидите на канале, на этот телефон. И если да, вы как раз сможете сделать вывод по моему каналу. Пока все, что там снято, это либо iPhone 7 Плюс, либо P20 Pro, либо семерка, но с очень жесткой обработкой. Все, что плохое, все плохие кадры, это Redmi Note 7 на канале. 7 лайков дожимаем, буду очень благодарен. 700 лайков, это для меня будет рекорд 100%, пусть даже и за 3 часа. Он не скользит в руке, скользит. Скользит, но, скажем так, да, даже больше, чем Redmi Note 7. Значительно больше. Это последний краш-тест, ой, стресс-тест. Мы с вами пообсудим стресс-тест и закончим, наверное, этот стрим, потому что вы устали, думаю, довольно сильно. Тем более нас осталось всего сотенка. А сейчас через что на стриме? Через P20 Pro. Какой Xiaomi лучше для игры? Как я знаю, есть у нас великолепный телефон с максимальной оценкой в Shark, по-моему, второй. Камера сильно выпирает? Нет. Относительно Redmi Note 7 камера выпирает значительно меньше. Даже невооруженным взглядом это заметно. Дальше. Так, у тебя, видимо, левая прошивка, которую тебе поставил продавец, чтобы ты был русский язык. Стоп. У меня нет левой прошивки ни на чем, потому что вы на седьмом Redmi Note имеете в виду. Я на Tmall брал, там не левая прошивка 100%, а здесь китайская прошивка, которая изначально была при продаже. Здорово из Киева, когда примерно цены на 8 Pro опустятся до заявленных Xiaomi? Думаю, через месяц, наверное, через полтора. Прошла эра, когда можно было телефоном одной рукой пользоваться. Да можно, Илья, просто все зависит от размера руки. А нас сейчас сотенка, 702 лайка, огромное спасибо. Прожимаем новенькие, напоминаю, что мата на канале нет. Что еще интересного? Интересно то, что у меня несколько розыгрышей в описании к видео, вы можете их увидеть. Нет, тебе писал, там парень писал ранее. А, окей. Дальше. Что мы можем еще сказать? Что коробка была простая, что максимум 256 гигабайт карточку можно туда запихивать, что очень сильно орет динамик, прям вот так. Они правду написали. Что фотки пока на 64 мегапикселя, по моему мнению, лагают, увеличивать их нельзя, 48 мегапикселей можно. Максимальное увеличение на камере на фотографии 10, на видео 6. И пока меня все только очень хорошо устраивает. 282 тысячи показала я сама из коробки, без обновлений, без ничего, Antutu. Вот, Antutu. Твоя альтернатива этим телефонам в компактном факторе? Пока не знаю, не скажу. У меня... Так, пойду в записи другой стрим смотреть. Не устал, не устали, не переживайте. А вот вы устали. Сами сказали, что завтра рано уезжать. Идите спать. Ну, я обещал еще один стресс-тест последний сделать. Обзор класс. Так, держать. Спасибо за работу. Спасибо, Юрий, что интересуетесь данными девайсами. Спасибо вам за советы и вопросы. В первую очередь, наверное, за советы. Хотя бы и за терпение. Потому что 3 часа терпеть, как кто-то тыкается в телефоне, который первый раз видит, это нужно тоже быть довольно усидчивым человеком. Не забываем ставить лайки, новенькие, даже если не подписываетесь, вы этим очень сильно промотивируете меня покупать подобные девайсы и 3 часа о них рассказывать. Притом за 3 часа, опять же, мы с вами вместе узнаем что-то очень важное. Надеюсь, что все, кто посмотрели этот стрим, посмотрят потом мои обзоры краткие. Они будут 100% 5-10 минут. Может быть, за 10 я и западу в каком-то, но я постараюсь этого не делать. Обычно обзоры на канале до 10 минут и только длинные стримы. А если я сижу на Redmi Note 7, не обязательно приезжать на Redmi Note 8? Только если на Pro. Я подписался и ВК друзья прошусь. Хорошо, спасибо, Ренат. Обязательно вас добавлю. Дальше. Что еще бы я хотел? Еще раз по поводу зарядки. Зарядка идет быстрая. 9 вольт, 2 ампера. То есть 18 ватт она выдает. Конечно же, китайская, потому что это не Global.
Китайская прошивка Global будет 26 числа, да, напоминаю. Да, в комплекте зарядка 18 ватт. Но это как я подсчитываю. Если я в чем-то не прав, опять же, поправьте меня. Но вроде бы никто не подправили. Константин, розыгрыш будет только если вы сможете прочитать описание к видео и поймете, когда они есть и все прописано. Сегодня не 15-е и не 30-е. И, конечно же, у нас сегодня не розыгрыш. Сегодня я рассказываю о Redmi Note 8 Pro, который первый раз на стримах вот сейчас здесь разбирается мной лично. И мы узнаем, какие здесь косяки, а какие плюсы. Сори за вопрос, не по теме стрима. Спустя какое-то время после обзора на GTR заменили они тебе Stratos. Что посоветуешь, GTR или Stratos? Вот с чем я хожу. Это Amazfit Health, потому что в них удобно спать. А по поводу Stratos могу сказать одно, что я в нем бегаю с нагрудным датчиком GTS. Ой, GTR-ки мне никогда не заменят Stratos'а по той причине, что я слежу за своим пульсом именно через нагрудник Polaris 10. Все нормально, подборка сильно в глаза не бросается, подбородок нет. Подбородок значительно меньше, чем в семерке, поэтому я бы сказал, что все good. А вот капля примерно такая же по объему. Как бы так. Дальше. Интересно, он будет такой же прочный, как Redmi Note 7? Думаю, да. Тестик, еще осталось 3 минуты. Какими кроссовками пользуешься? В Under Armour хожу гулять. В Xiaomi-шных последних, которые за 4500 на канале были, в них я сейчас бегаю. Мне очень нравится их тестить. Новенькие, не забываем прожать лайк. Это очень-очень сильно промотивирует меня покупать новые подобные дорогие девайсы для того, чтобы рассказывать в них на подобных стримах. И я уверен, что кому-то этот формат зайдет. Пусть он долгий и мучительный, но во всяком случае максимально подробный. И вы видите, что никаким образом вас никто не обманывает. Да, я раз 50 это повторил, вы уж простите. Что посоветуешь Mi 9T против Redmi Note 8 Pro? Наверное, Mi 9T. К Marathon 2 как относитесь? У меня есть обзор по нему на них. Поэтому вы там можете узнать мое отношение к этим кроссовкам. По ощущениям в руке гораздо больше семерки? Нет, они незначительно больше, но у меня рука маленькая, поэтому мне кажется значительно. Мы недавно мерили в начале ролика, в начале стрима. Лайк от меня. Спасибо, Николай. Не забываем поставить лайки. Давайте 717, и на этом мы можем с вами закончить, потому что осталось 2 минуты. Давайте еще 7 лайков. Держу кулачки за вас. Поддержите канал. Чувствую Mi 9T против 8 Pro. Вопрос будет хайповать. Может быть, но я Mi 9T не собираюсь покупать. Уж очень это... Ну, это не новый телефон уже, опять же. Я владелец Samsung и Asus смартфонов. Стоит ли переходить с Xiaomi? К Xiaomi хорошая компания. Смотря какие вы Samsung и Asus покупаете. Если вы покупаете топовые, типа, ну, я не знаю, какие у них топовые. S10, если у вас S10, то нет смысла. Если у вас есть на это деньги, то покупайте топовые девайсы. Почему нет? Сколько процентов товаров, которые вы заказываете, вы перепродаете? А вы можете посмотреть мой стрим на 100 тысяч рублей наушников и оценить примерно, сколько я наушников перепродал, в итоге сколько оставил. Если вас это успокоит, продаю их значительно дешевле. Ну, значительно, опять же, на процентов 25, потому что толком я их не юзаю, а покупаю я обычно по минимальным ценам. Извиняюсь за глупый вопрос, может видео есть на канале, а копии AirPods есть или будут? Илья, 4 копии AirPods есть на канале, 5 идет. Можете посмотреть. Начиная от i7 и заканчивая, а даже, наверное, штук 6 копий AirPods. Но я их не советую никогда. Да, дальше, вот смотрите, вот такая вот радость у вас перед глазами. То есть тротлинг налицо. Все печально, не очень сильно разогрелось, потому что мы дали девайсу отдохнуть. Плюс сейчас мы, наверное, не успеем проверить. Либо я привык уже к температуре. Нет, он и правда не сильно разогрелся. Он после последних трех, до этого трех тестов остыл. 40 градусов всего, да, друзья, 40 градусов. Сижу, как и обещал, до конца. Димыч, огромное тебе спасибо. 717 лайков, давайте. И я начну со всеми прощаться. Еще 3 лайка, други. Всего 100 человек сидит. Уверен, что кто-нибудь трое не пролайкал. Вам недорого и несложно. Мне поможет очень сильно развить канал. 99. Процессору обкатка нужна. Ну, согласен. Да вообще всему. Все, 717. Давайте заканчивать, потому что 3,5 часа. Я раз 80 повторил одно и то же. Вы уж простите, для тех, кто сидит постоянно, я объясняю. Дело в том, что сидит на стриме человек 60, остальные все приходят и уходят. И поэтому вот этой остальной массе людей, которая приходит и уходит, я повторяю некоторые вещи. Все подытожу обязательно я в обзорах.
сначала выгружу недостатки, потом, скорее всего, просто суммарную информацию об этом телефоне. К воскресенью я уже смогу вам что-то новое интересное рассказать более подробно. Прошивка русская будет. 26 числа будет глобалка, я уверен, русская прошивка тоже. Так, ссылки на GMS Installer скинул, спасибо. Как нашел Meizu Note 9? Не понял. Это не Meizu Note 9, это Redmi Note 8 Pro. Лучший стрим, спасибо, Stargate. Вилкинг, счастливо, нашел Note 9. Круть. Play Market поставишь? Постараюсь, если вы подскажете как, но я поразбираюсь. Но я говорю, у меня опять же работа минимум до субботы, очень плотная. Так что у меня есть максимум ночи. Вот, что еще? Есть еще вопросы под конец? Можно и без танцев с бубном, надеюсь. Чел выставлял вообще 70-75 градусов. Я не знаю, что это значит. Дальше насчет 8 Meizu Note 9. Пока, в общем, 3,5 часа, я уже мужики, не друзья, не только, надеюсь, мужики, не соображаю. Какой телефон к Xiaomi заменит Honor 10? Понятия не имею. Сейчас уже все. Какой брать, 6 на 128 или 6 на 64? Без разницы, можете потом просто вставить память туда и все. Димыч, вам спасибо, что сидели на стриме. Все, закрываюсь. Добра всем. Кто не пролайкал, пожалуйста, пролайкайте. А остальным доброй ночи и удачи. Давайте скажем всем до свидания друг другу. Лучшие фильмы, счастливо. Димыч, счастливо. Минуту буквально мне на прощание и все. Stargate, счастливо. Эдди Киус, счастливо. Думаю, все. Да. Нас было 88. Ренат, счастливо. Сет, счастливо. Рашид, счастливо. Илья, счастливо. Димыч, спасибо. Не повторяемся, счастливо, потому что вас все-таки 80 человек. Ладно, всем 80 огромное спасибо, что были на стриме. Игорь, удачи. Edgeniap, тоже удачи. Я постепенно разберусь все-таки с андроидами, если это будет вам интересно. Думаю, все намного будет лучше в следующих подобных стримах. Что интересно, спрашивайте в комментах, подписывайтесь, участвуйте в розыгрышах и пишите, на что еще сделать обзор и что заказать. Да все нормально, Николай, я стрим сохраню. Удачи! И...